Сейчас, сек, я из своей боты выйду. Я дела свои не закончил. Так. Что там у нас? Никто не пикает? Вкусно. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Сейчас бы не пикать. Блядь, ебаная вебка, как она меня бесит. Нахуя вообще вебку ставил? Почему она, блядь, двигается? Как ее на одном месте оставить? Она всегда двигается сама. Да ёп. Злость. Морф офлайн. Спасибо, вкусно. Так, я пропишу ДНД, наверное. Поставил, надеюсь, на Твиче, что игра Дота. Да, поставил. Ура! Ничего не забыл? Даже микрофон включил, прикиньте. Я даже микрофон не забыл включить. Это ж вообще эпик. Your turn to pick. Что у них слабые герои? Бладсука, Паджик в одной тиме. Слардар, Люль. Правда, у нас тоже говно какое-то ебаное. Баунти Хантер, Леон. Чё-то кек. Чё-то в шепот. Наверное, ВК буду брать, потому что пока непонятно, что тут происходит. Ну, кого-то еще брать. Морис Кинг вот любит таких героев непонятных. Которые какие-то не аниме. Хуй просышь, что это такое. It's Wraith King, not Rage King. Ну, как бы, в принципе, Морис Кингу похуй на это говно. Если пережить Lightning Stage, если меня загнобит Питлорд плюс кто-то, то, конечно, хуёво. Это хуйня. Death is my bitch. Ну я пытался подсказать. I'll consider it. By any measure. By my decree. Your king moves of his own accord. Тимбер был лучше здесь. Тимбер это идеальный пик против такого говна. Потому что Тимбер неуязвимый. Вот и все. Поэтому Тимбер лучше. Чич. Чич.
'Tis your honor. Я думаю, заберу баунтиру, но вайперу она не нужна. The battle Who's begins. Who's in charge here? All mine. As you advise. Видела что? Здорово. Among you. I'm always at my best. Questionable. Keep your thoughts to yourself. Prostrate yourself. Wise counsel. War is torn. Graves, your king is here. This is truly the game of kings. So what if I swagger? We are in agreement. You have done the kingdom a service. I'm always at my best. There are wraiths among you. My thanks. Take that. 'Tis your honor. So what if I swagger? Take a knee, peasant. Геймрунер опять, блядь, как стримить, хуй знает. Баны и рунеры 24 на 7. Привет. Опань, вокруг тебя ходит множество слухов, поэтому есть предложение раз и навсегда все решить. Если ты стукнешь по клаве больше двух раз, то ты домосек, если нет, то не пошел нахуй. Блять, я проебал миллион крипов. Этот даун бесит, даун на донате раздражает. Банный, блять, пиздец. Два, три. Это ГГ, я умер. Нет, я жив. Найс, nice, рукоебище. Было бы все лучше, если бы я намного больше крипов добил, но меня, блядь, ебаный этот даун раздражает еще... Of his own accord. I walk among you. Questionable. Ёбаный даун на вайпере, блядь. Be about it. Your bottom tower is under attack. It's a king thing. We are in agreement. Меня вайпер так раздражает, это пиздец. Мне сложно играть. Много крипов пропустил уже из этого. Чат постоянный, блядь. Ну, ебаный уёбок просто. Просто уёбок.
геймруинер. У меня, блядь, на 5-й минуте нету power threats. Не, ну я купил грежный стик. Так, я лучше куплю перчатку скорости, чтобы вот здесь пофармить. Важнее. Бля, ну ты че, уебищ, ну что ты делаешь? Почему ты застрял в крипах? Минус 3 крипа, я просто отвел их сюда и застрял в них, и минус 3 крипа. Я просто, блядь, супер ахуй. 0 фрагов, 100 ассисты, вкусный кайф. Блядь, опять стан, так же заебало. Да что ты делаешь? Нажми кнопки! Пизда, найс хекс. Найс стан. Бля, я раздраженный, ну, мне тяжело играть, я очень раздраженный, меня вайпер злит. Своим чатом ебаным. Уебище ебаное стоит против бладсикера, фидануло ему и, блядь, пишет в чат, ноет, блядь, сука, конченые ЛС. Меня такие твари реально бесят просто, пиздец. Ну, это пиздец. Ура, фраг! Лоу, я еще закупиться успел. Я умер. На толку ноль. Но я закупился, я не потерял ничего. Ну, вайпер очень раздражает. Сложно играть, когда у тебя уебище в команде, пишет в чат хуйню, раздражает. Ну, тяжело сосредоточиться, концентрация падает. Мне надо его замутить, наверное. Понимаете, реально чел уебок. Типа, я взял баунти рун, потому что у меня сложный лайн, а этот даун фидит на бладсикеру, типа, ну, чел уебок. Он и в жизни уебок, инфа 200%. Потому что, ну, я это точно знаю. Ёбище плачет, с легким лайном, играть не умеет, просто ноет. Когда у меня супер тяжелый лайн, я не плачу, блядь. Против ебаного питлорда. Ясно, Нина. Ну, бля, почему опять стан? Как же заебало. Ну на! Ну дай добить его! Не хотел тебя раздражать, но ты сам сделал выбор. Работяги свидетели. Удачные катки. Что, блядь? Что? Я вообще не понял, о чем это. Не уверен, что хочу понимать. Вы можете, блядь, не присылать хуёвые донаты во время доты, блядь? Дауны ебаные... когда я, ну... Когда я в тильте или концентрация хуёвая, жалуются на хуёвый контент. Но при этом сами же посылают какие-то ебанутые донаты, чтобы меня отвлекать, блядь. Так как может быть, ну... Качественный контент, когда меня отвлекают и не дают мне сосредоточиться на игре? Алло! Плюс, здорово. Мы выигрываем. У меня вроде все хорошо. Но дарм нет в этой игре. Однозначно. Ну какой же ты уебок, бля! Критани, пожалуйста, умоляю. Ну критани, братан. Воу! Бля, ВК, братан! Лучший. Врейс Кингич, папич. Да, он не пустит, у меня мам нету. Леон, ты красава? А, ты лучший. Все, Леон зарунил, найс.
есть. Я думаю, я умер. Джиггернаут просто хуесос, он не видит, что у меня маны нету. Джиггернаут меня мог в соло убить вообще изи, но он конченый. У меня ноль маны, типа, он просто бежит за мной и делает... Он мне слэш, все, я умер. Ну, не сом не слэш, а вряд ли бы умер, но... Короче, он меня мог попытаться убить, по крайней мере. Тут что-то могу сделать? А, не пойду, лучше фармить. Для меня нету маны, я не знаю. Это плохая идея, наверное. Лучше фармить. Пусть сами там дерутся. Все равно ничего не сделаю особо без маны. Если не могу переродиться, то есть я не могу затанковать, какой смысл? VK. О, хороший крит! Ой, хорошо играешь, Аксинка. Здорово. Изи фраг, изи лойф. Это было хорошо, хороший фраг. Вкусно было. Так, что дальше собирать, наверное, радик попробую. Если не сдохну, то радик. Если сдохну, то блэдмейл. Посмотрим. Ну тут радик идеально, против этого пика радик это вообще 10 на 10. Так, ну у них никого нету фарма. Они все, в принципе, в говне. Джаггер где-то там сейчас хуй дрочит. В лесу, наверное. Invisibility. Timid. Prostrate yourself. Найс, я пока фармлю, враги умирают. Хорошо. Думаю, если не ошибусь, то выиграем. Ну, нихуевый пик. Бездарный. Сразу сказал. Там какая-то хуйня. Варескинг очень хорошо играет при таких пиках. Типа, когда у врага не сбалансированный пик, Варескинг это, ну, почти что всегда идеальное решение, потому что, ну... Против ВК нужен баланс от пик, чтобы был сплит-пуш, чтобы был лейт, чтобы все было. А когда вот просто какая-то хуйня неведомая, то ВК просто фармит, а потом дерется, и все. И ничего не сделать. Че, это челик не пишет, что ли, что? Типа... Сейчас бы мой стрим слушать вместо игры, поэтому у него 1-3-1, наверное, потому что он смотрит мой стрим, а не играет. Лол. Нет, 3-1-3, нормально. Так, ну я продолжаю ФК фармить, я не вижу смысла ничего делать. Можно, конечно, даггер купить, но зачем? А, сразу отмазался. Не я смотрю, друг смотрит, докладывает обстановку онлайн. Просто в шепот. Леон умер, я не помогу ему, наверное. Да, он умер. Плохая идея нападать там. Найс, крит отменил. Сука, супер ошибка. НЯ! Я бы его убил, если бы крит не отменил, блин. Это меня бесит, когда на ВК крит отменяется. Просто супер бесит. Зачем он что-то пишет? Кому-то интересно, кому-то интересно. Кому интересно, челик, то что ты пишешь?
Бля. Бацуки, даю бонусы. Надо без армлета фармить включено пока. Так, ну могу, конечно, взять даггер, пойти давить их, но зачем, если можно на верочку сыграть? Типа радик это на верочку. Это 100% победа. Без вариантов. Нет смысла просто, ну... брать даггер. Ради чего, типа, на миличника врываться, зачем? Лишено смысла. Надежно сыграю в игру изи. Там меня паджик видит. Мне-то поебать, правильно? А может и не видит, кто его знает. По идее не видит. Надо пойти помочь. Надеюсь, мы не сдыхаемся. Джаггера вард убей, блять, Леон даун. Get back. By any measure. Так, мне 100 голды до Сакрада. Не хотелось бы умереть, конечно. Ну, я пойду дофармлю Сакрад вот здесь и заодно куплю его. Behold the race. Ух, кайф, криты! Все, можешь врываться, хули ты сейчас не врываешься, когда, блядь, я стою здесь. А, ну я понимаю, ты рахик просто. Теперь я понял, что он не врывается. Сука. Найс ульт. Опа, здорово! Куда идешь? О, здорово! Докинуть стан! Ну это изи катка. У меня уже радик, это, ну, это конец. Сейчас после радиков фастдаггеры и мы их выносим. Они уже никак не могут камбэкнуть, это нереально. 0%. Если до этого был шанс, типа, что там, не знаю, союзники ошибутся, то теперь я не вижу шанса. Обычно в Rise King с радиком уже никак не победить в такой игре. Потому что каждый файт слишком много value. В Rise King как бы, ну, очень много создает value. Его убивают, он перерождается, радиком жгет, там станы раскидывает. А такой пикнул. Слишком много теряют. Пока его убивают первый раз. С даггером и блейдмейлом вообще пизда будет. Че, кто-то фит? Не. Где мой радик? Алло. Он здорово, да, он. Сейчас бы подраться с Фрейскингом, конечно. Погоди, 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 здорово. У, хорошо. Следующий. Эх, сейчас бы фраги. Хули на меня пингуют, блядь? Зачем идти на вышку, если они ее и так добивают? Я получаю лишние 150 золота. Вместо того, чтобы стоять как даун, здесь и ничего не получать. Anyway, мы проходим с такой же скоростью. Азы игры на кэрри, алло. Зачем терять время, если можно получить золото? Ну и зикатка. Ну
Ну я, в принципе, существенный вклад внес. Я выиграл свой лайн, у меня 4-1-8. БХ там, походу, вообще разъебал игру, 6-1-12, вообще пиздец. Шок. Ну, врагов пик вообще неиграбельный. Не, ну как, они могли, допустим, разъебать низ с питлордом и выиграть игру, но они не разъебали. Привет, Ян Клиныч. Тут в чате спрашивают, что с ебалом. Ты какой-то опухший сегодня. Опухший, блядь. БТВ я не раплю. Удачной игры. Рахланибала. Минус 150. У тебя погоняло, опухший. Не знаю, может потому, что я лег спать в 7:30 сегодня. Я в 7:30 лег спать. Я смотрел этот сначала фильм. Кстати, охуенный фильм. Я смотрел фильм... Сейчас скажу. Я смотрел сначала фильм «Поезд в Пусан». Так называется, «Поезд в Пусан». Это корейский. Потом я смотрел серию «Вестворлда». Потом я смотрел серию «Ходячих мертвецов». И лег спать в 7:30. Может поэтому. Опухший. Сука! Блять, у тебя погоняло, опухший. Чего ты ж? Да не, вроде... Не особо опухший. Не особо, хз. Ну лег спать в 7:30, хз. Я обычно себя, кстати, хуёво чувствую, когда ложусь спать, ну, вот так вот, хуёво, утром. Так что вам на самом деле повезло, что я сегодня стримлю. Это будет сейчас вторая игра по доте, то есть даже две игры в доту стримлю, как минимум, потому что, ну, а лёг спать утром. Обычно я в такие дни даже не стримлю. Ну я вчера ночью ещё принял охуенный контрастный душ, прям вообще длинный такой. Сначала горячей водой себе, потом холодной, ледяной, горячей, ледяной. И так, не знаете, так очень долго, ну, я себя прям из этого охуенно чувствую. Ну, не прям супер охуенно, все-таки я лег спать 7:30, но так вот, ну, хорошо себя чувствую, в принципе. Я не подрубаю гимн, это была изи-катка. Я считаю, мой вклад в игру был существенный, потому что, ну, я дохуя сделал. Я выиграл лайн, как бы, выиграть лайн это дохуя. Я выиграл тяжелый лайн. Против нас был Питлорд, еще там какой-то челик, Слардар, да, потом еще Падж приходил, ну, то есть сложно было немножко, ну, немножко, враги слабо играли, они просто на меня ломятся, типа, и, ну, под крипов, и получают станы под крипами. Если мы с Леоном не фейлили и, ну, давали бы станы по таймингу, они одновременно, мы бы вообще их разъебали просто под ноль. Опухший, сука. Ян Глиныч, люль. Мне не нравится такая музыка. Go next. Дота ветеран. Ветеран доты. Очень наш. Заходи ко мне на стрим покера. Мне нужна твоя удача, капа. Лоу. Предлагаешь на моем стриме стримить твой стрим. Кстати, по поводу фильмов. По поводу фильмов. Я сделаю, как всегда, эти мини-рецухи. Мини-рецензии. Ну, знаете, я вот делаю часто. Давайте я вам anyway покажу сейчас кое-что. Пока игру ищет. По поводу охуенных фильмов. Я посмотрел за последнее время два супер охуенных фильма. Просто супер охуенных. Сейчас показываю всем, чтобы вы понимали. Если кто не знает, в группе ВК моей есть мой профиль Кинопоиск, вы можете сами чекать, если чё, на если чё учих. Два последних фильма, которые я посмотрел, это «Поезд в Пусан» и «Костяной томагавк». Бон, томагавк, оригинал здесь, Бусан, Хэнк. Ну, я в оригинале фильмы смотрю только... Если чем. Короче, вкратце, этот фильм «Поезд Пусан» — это, типа, ну, зомби-фильм, но он очень охуенный, прям, ну, вообще кайф. Минимум 7 из 10, я даже хотел поставить 8 на 10, ну, очень охуенный фильм, просто на одном дыхании смотрится. Must-see, думаю, всем фанатам жанра про зомби, ну, обязательно смотреть, очень охуенный фильм. Дальше. «Костяной томагавк» — это вообще, это настолько шедевр, я вот словами не могу передать. В этом фильме охуенно каждая сцена, просто каждая. Я поставил 9 баллов из 10, потому что это шедевр. Если чё, я ставлю 9 из 10, вот, просто, чтобы вы понимали. У меня всего оценок 1021 на Кинопоиске. При этом 9 баллов заслужило 23 фильма. 23. А всего у меня оценок 1000 плюс уже на Кинопоиске. Из них только 9 баллов, 23 фильма. Один из них, собственно, вот это вот «Костяной томагавк».
Я просто этот фильм, я его советую любому киноману. Неважно, ну, какой жанр предпочитаете, потому что этот фильм — это просто супер бомба. Конечно, в идеале надо смотреть в оригинале. То есть, ну, не в переводе, максимально, чтобы как бы насладиться сабжем. Если вкратце, то Курт Рассел и Джек из Лоста вестерн-сеттинг, пошли вы понять, квест в пати. Если вкратце. Но фильм, короче, охуен тем, то, что максимальное внимание деталям уделено, то есть максимальный реализм, очень хорошая картинка, очень хороший звук, охуенные актеры. И, ну, как бы, фильм охуен тем, фильм шедевр потому, что нету минусов. То есть, конкретно даже в своем жанре, банально, вот это типа вестерн, ну, не совсем классический вестерн, но все-таки вестерн. В своем жанре, ну, просто нет равных. Я ни одного подобного фильма даже не видел, даже не с чем сравнить. Просто супер охуенно, просто максимально качественно, супер мега охуенно. То есть я этот фильм советую всем вообще, потому что это супер охуенно. Как минимум 9 на 10. Как минимум. Тенса, блять. Ууу, сколько винов, у меня один чел с лузами, наверное, я задоджу. У меня один есть чел с лузами, поэтому я боюсь, что... Не, вот этот чел мне не нравится, нас додж. Изи додж. 20 минут бан, сука. А, извините, 20 минут бан, а, здорово. Ну, поиграем 20 минут в пайбату, надеюсь, никто не против. Через 20 минут дота будет снова. У меня чел с лузами, там я хочу играть. Я хочу качественный контент. Качественный контент. Так, короче, 20 минут в пайбату, и потом дальше дота. Сори. Я считаю, надо было задоджить. Я не люблю, когда у чела последние игры, там, 5-6 лузов. Не вариант. То есть, понимаете, вы должны играть в команде с игроками, у которых страничка примерно выглядит вот так. То есть, вот, если последние игры победы большинство, то, значит, игрок будет, ну, более-менее нормально играть. У него будет какая-то мотивация. А если у чела, допустим, последние 5-6 игр красные, то он будет плохо играть. И поэтому я не вижу смысла играть. Он будет руинить. Такие дела. Ля-ля-ля. Пока в поешку поиграю. Дальше в доту потом вернемся. Yes. Я не буду играть, я не буду менять игру на пое, а не в это 20 минут только. Уже прошло 2 минуты. Take care. Такс. Ну, экстра дэмэдж, ну и хуй с ним. 36% ксайс, хули. Жестко. А, просто осторожно быть. В принципе, у меня уже почти 5500 хп. What can we do for you? Хули бояться, фортипа есть. Все. Be careful. Есть. Каких за полторы недели? По-моему, быстрее. Вообще, если что-то не быстро. Какая разница сколько? Ты понимаешь, ты что думаешь, в днях определяется? Определяется в том, сколько ты играл. Количество времени, сколько я играл. Я же не могу сказать, сколько я играл, это невозможно узнать. Невозможно понять, сколько я играл. Но я играл мало, а левел быстро взял, да. Потому что Blade Fury очень жесткий скилл, очень жесткий. У-у-у! Ну, урон космический. В принципе, нормально. Похавайте. Вкусно. Оп. В смысле только не поебота. А что мне делать, пока у меня бан? Что мне делать, предлагаешь? Просто сидеть? Нихуя не делать? Просто сидеть? Просто сидеть? Н.
Найс, лаги, блять. Didn't even break a sweat. Хуй лагает. Здорово. С каких пор ты начинаешь превращаться в жирнича? Второй подбородок виден даже на лоу-квалите. Ладно, без обид. Ты же занимаешься гантелями. Как часто? И как ты относишься в походы в спортзал? Или не охота с потными улыбищами сидеть в одной комнате? Алло, алло, блядь. Какой, блядь, второй подбородок? Что ты вообще несешь? Супер пиздешь. Супер пиздешь. Папаня, жаль бородку, она тебе идет. С ней ты был брутален, как Джейсон Стэтхэм, тянок клеил по КД. Да, как бы, ну, я в основном, ну, хожу с бородой в основном, но я не могу постоянно с ней ходить, когда очень долго не бриться, то начинает чесаться постоянно лицо, постоянно чешется прям, ну, не очень приятно. Поэтому время от времени я все-таки бреюсь, потому что, ну, как бы, освежает, на самом деле. Сразу становится как бы лучше, когда свежие волосы вырастают, так охуенно. Я занимаюсь гантелями как часто, каждый день. Походы в спортзал, нахуй ходить в спортзал вообще? Мне неохота вообще быть с людишками. Не то чтобы... С потными уёбищами это еще хуже. Я обещал, что пофиксит скилл, что ты несешь? Что за бред? 5581. I can't do this just yet. Изи. Прям вкладок дохуя. Ну, торговать нормально, ну не знаю, 10 хотя бы. Ну типа. Если подбирать все подряд, ну как, ну, начиная от 5 хаосов, то хотя бы 10. ДПС не показывает этот скилл, алло. Я только что показывал средний урон. Средний урон мы 5580 без бафов. С бафами чуть больше. Так 6600, ну, это без френдиков еще. О, бля, это хуёво там ваншотает. Бля, может быть сложно. Много урона вообще. Бать не хуярит. Ёбище ебаное. Это пиздец, это урон. Пулемет так хуярит. I can't do this just yet. Это пиздец! Какая же ты тварина!
Сколько у тебя урона? Почему меня так хуярит? Это... Что это, блядь? Че делать? 10 тысяч миллиардов урона. Да сдохни! Пиздец, лол. Ебаные боссы с плюс дэмэджем вообще хуярят, нереально. ХП и маны в доте так удобнее на 500%. Мне неудобнее. Если бы мне было удобнее, я бы сделал бы. Бля, мне лень это все показывать. 12к армора. И резистов хватает даже с Ally Weakness, если эндюрки иметь. Какой у тебя шанс крит, мульти? Я еще не докачал крит. Хороший, короче. Более, ну, где-то процентов 70 с Assassin's Mark'ом и пауэрчарджами. Может даже больше, не помню. А ну, блядь, как оно может показывать, сука, сколько я играл, если я АФК стою постоянно? Ты такой умный, это вообще пиздец. Я же АФК стою. Оно не... объективно ничего не покажет. Оно бы показывало объективно, если ты заходишь в поле только поиграть и выходишь с него сразу. Но большинство челиков АФК стоят. Бля, у меня что, не переставлены гемы? Найс. Пиздец. Чё за говно? Так, еще 9 минут бана. Как раз доиграю карту. Потому что там неудобно, там много монстров. Поэтому не поставил сразу. Спасибо. Надеюсь, плюс моралича продолжится. Для этого надо выиграть вторую игру в доту. Иначе начнутся минус моральчи. Потому что я проигрывать не люблю. Типа Поя. Зачем их пробовать? Поя лучше. Я не думаю, что выйдет игра лучше Поя. Нет смысла пробовать хз. Типа Поя нет смысла выпускать игры, потому что Поя лучше. Ну, я не вижу смысла пробовать. Я вообще сейчас бы не знаю в 2076, что я консерватор. Да вы заебали, нету понятия ДПС у Blade Fury. 10 тысяч, почти 11 тысяч, но оно не учитывает даже атак спид, оно учитывает только средний дэмэдж. Как я могу понять, сколько у меня ДПС? 11 тысяч средний дэмэдж, из учета атак спида. Оно только учитывает шанс на крит и крит мультиплеер, но без атак спида. То есть средний дэмэдж, ну, надо получается умножать, но anyway, но получается, ну... Так не посчитай, потому что там будет плюс 20% в каждую стадию. И потом 6 одновременно ударов в конце. Это нереально посчитать ДПС, хз, надо быть супер математичным. Сложно, короче. In a distant dream.
Six traps with the promise of treasure wait to be sprung. Рафла не бала, так значит побрился. Вот оно что скрывала борода. Ты там балком поосторожнее. Рано или поздно начнут расти все скичи. Ну для психопатов в принципе неудивительно. Им вообще похуй, о чем думают другие. Вот и могут спокойно наплывать в толстопузича. Блять, что ты не слышишь? Иди нахуй. Я никогда в жизни не буду толстым. Никогда в жизни, никогда, вообще никогда. Понимаешь? Вообще никогда. Можешь котить. Что за новый вид рофлов? Пиздец, какие-то вообще гнилые рофлы. Это можно продать. Ну, максимальный Energy Shell, на самом деле, можно продать. Еще резист можно добавить. Изи продается. 97 лайфа, опять же, Energy Shield дохуя. 39 силы, но все остальное хуйня. Сколько времени ты потратил на поя? Да хуя, овер да хуя. Больше, чем хотелось бы. Очень-очень-очень-очень до хуя. Очень до хуя. Stay sane. Че там, когда бан пройдет, алло? Я больше доджи, кстати, не могу, если я снова задожу, будет вроде бан сутки. Я не помню, там, по-моему, что-то изменяли, бан сутки дает после 20 минут. Не хочу проверять. Ну, в любом случае, я стримлю. Скорее всего, не буду доджить. Ну, если будут прям хуёвые, то придется... Если будут прям хуёвые союзники, то придется, ну, сами понимаете, придется ограничиться одной игрой в доту. Будет печально. Потому что, в принципе, у меня сейчас более-менее есть настроение поиграть. Я одну игру сыграл уже, типа, нормально, в принципе, играется. Сейчас бы ответить. Нахуй, парсы что? 15 хаосов, в принципе. Наверное, много. Не, нормально. 15 хаосов справедливо. 3 резиста. Нет, это даже надо больше, может. Ну, сколько тут может быть резиста максимум? 30, 68, 78, 87, плюс 16. Нет, плюс 32, 87, плюс 32, 89. 119 резистов, 119 резистов и 47 Energy Shield, это даже Divine. Ну это дохуя резистов и Energy Shield, типа, ну, хорошее кольцо. Я считаю. Какие у меня кольца за Exalt? Блэйд Флури. You wish to ask me something. Иди нахуй. Три плазана тоже грейдить. You have a question. 2 минуты еще. Так, ладно. Подождем уже 1.5 минуты здесь. Блять, как выйти отсюда? А, вот так. Какие там новые сеты выходили? Где-то посмотреть.
Здесь, по идее. Бля, что так сложно. Где посмотреть новые сеты? Fall Treasure. Fall Treasure 3. Здесь. Бомж какой-то вообще. Что это такое? Что такое висит? Блять, как бабушка. Блять, на голове эта хуйня. Бомж. Бомжиха вообще. Какой-то дебил. Даун. Даунский сет. Это вот прикольно, кстати, на Виверну. Это мне нравится. Если бы я Виверна играл, я бы это взял. Но я Виверна не играю. Что-то за шлем. Тут, ну, немножко взяли от гладиатора. Гладиаторский шлем какой-то. Что? Гладиаторский шлем, вот. Как он называется? Прикольный сет. Какой-то, блядь. Не сказал бы, что прям хороший. Эти вот штуки из него вылазят, тоже как-то непонятно. Сложно. А это чё? Ну, хуй знает, так все. Если какие-то есть анимации, то может хорошие. Если без анимации, то хз. Ну, вообще на тёлку похож вот так вот. Это он или она теперь? Хули ты лыбишься? Ты у неё цветок в зубах? Найс рофлы. Ты что из Херстона прибежал? Что это? Это этот Милхаус Манасторм. Милхаус Манасторм. Алло, здорово. Вот, Милхаус Манасторм прибежал со своим паком карт, 30 карт, играть в доту. Что? Ебать. Это чё, Буратино? Злой. Бля. Ну, это опасно, чувак. Согласен, опасно выглядишь. Но на Леона есть намного лучше шмотки. Типа, ну это, как бы, это было бы прикольно, если бы не было получше шмоток. А так это выглядит трешаком. На Леона есть всякие охуенные шмотки. Сейчас я ее покажу. О, вот это жестко. Прикольно. Это мне нравится. Вот это вот красиво. Вот это вот красиво. Так это даже лучше имморталки, посмотрите на эту голову. Имморталка хуже. Светится синим, это вообще жесть. Кадила синий, это вообще... Вау, это круто. Это мне нравится. Это реально круто. Упс, не покажу шмотки на Леона. Джи-джи. Какой Варик или Бунт? Почему должен играть Варик? Я разве обещал играть сегодня Варик? Какого хуя это вообще? Ясненько, блять. Вин-луза опять у челиков. Как бы не доджить. Ай-яй-яй-яй, сложно. Вин-луза, бля. Ну хуй знает. Если враги все с винами, ну тут тоже вроде вины лузы. Ну и по крайней мере последние вины. Тут тоже вины лузы, окей. Тут вины лузы. Ну тут, бля, тут 4 вина последних. Круто. Окей, тут лузы, хорошо. Ну хуй знает, в принципе, по идее должно быть баланс. Надеюсь. Maybe. О, прикиньте, я себе плеснул в глаз каким-то образом из бутылки водой. Это ж надо так угодить. Я готов. К сражению. Так. 10 секунд remaining. Все стримеры говорят, что никогда не будут жируба с учами, а так с годами по-тихому заплывают. Да и ты в далеком 2045 был тем еще турник мынычем. Но не бойся, мы тебя любим таким. Да и сиськичи на тебя буду смотреть со самый раз. Что и ты да, вообще, блядь, несешь? Открывая мэру толстых донатов Рафлан Игден Пол. Блядь, это вообще пиздец. Поток хуйни.
А, да, он и забанили ВК против меня. Nice. Your turn to pick. А, у нас три керри в команде. ГГ. Your turn to pick. Я пойду в лес на ВК. Все керри. Да, Свен керри. Все, блять, керри. Одни керри в команде. Изи луз. Прикольно. 10 seconds remaining. Ну чё, ВК в лес. Чё ещё брать? А, ВК забанили. Ага, точно. Бля. Ебаные дети говна. Кем не играть, если меня забирают изи лайн и забанили ВК? Я тогда не знаю, кем играть. Я вообще без понятия. Какие герои есть? У кого есть шмотки? Кем играть вообще можно? Я не знаю, кем играть, лол. Всех забанили, всех это... Ай-яй-яй, это беда. Может, Легион Командера в лесу? Легион Командера в лесу. Даже хуй знает. А он мне на этот ГГ, мы проиграли. Возьму копу. Против Баратрума копа хуёво. Ну, мы проиграли, ничего не поделать. Да, мы проебали. Мне никем играть, меня забрали все роли. Ай-яй-яй. Ну, я не знаю, кем играть, мне никого брать. Меня забрали все. Забрали Easy Line, забрали Vice King в лес. Я не знаю, кем играть. Нечем играть. Ну, это очень хуево. Я сейчас приду. Надо было умыться. Конченая игра сейчас будет. Минус все. Минус изи лайн. Минус все. GG. Походу это последняя игра в доту на сегодня. К сожалению. Потому что нечем играть. И мы проиграем. Prepare for battle. I love a struggle. I love a struggle. Леди Дженки. Рафлан попить плюс слепен 8.30 ам равно. 7.30. 7.30 лег спать, а не 8.30. Спасибо за 1000, Амви. 7.30 лег спать, вроде 7.30, я сказал. A path to pain. Сука, блять, команда руинеров забрали все роли. Quickly now. Quickly now. Here, here. Here, here. I choose death. Консидать надо. Ну. Типа, если бы не было Баратрума, я бы мог наебашить, но понимаете, есть Баратрум, есть СК с даггером. СК с даггером, Баратрум, Клопу будут хуярить 24 на 7. 24 на 7 Клопа будут умирать. Сори. А мне больше не с чем играть, я не знаю, чего пикнуть. Мне забрали изи лайн, забрали мид, забрали все. Все лайны, все, все забрали. Все абсолютно забрали. Аааа!
I am ever so grateful. Easy. Oh, yes. The pain train. Oh, yes. A royal path. Ooh, royalties. Ooh, royalties. Your queen moved. First blood. Кошмар! Scream. I scream bloody murder. Forward. You're simply not worthy. You're simply not worthy. Oh yes. Ах ты уёбок. Oh yes. Oh yes. Опа, изи. Опа, изи. Ну и харась меня, мне похуй. Мне главное пофармить. Ты долбоёбыч. Уже не похуй. Ну да, хп мало, надо руну забирать. Может, руна принесет мне победу. Оу, пиздец, это хуёво. Будем надеяться этого крипа забрать. Должно повезти. ОПА! Ой, красава, братан! Ой, хорош, только мне нужен фраг. Ой, хорош, well played. Ой, красава, братан! Респектище, уважение просто на всю жизнь. На века. Лучше тащит. Here. Бля, ну что я делаю? I scream bloody murder. Ты педрилыч. Ааа! Хуй тебе! You had it, didn't you? Оп, спасибо! Оп, изи. Это моя должна быть, правда? Оп, вкусно, вкусно. Ой, хорошо! Хорош. Опа, изи! Нет, не изи. Оп! Нет, не оп. Оп, нет, не оп. Оба! Нет, не оба. Пидорас, я не могу подойти, я боюсь. Мне будут стрелами харасить. У меня хила не осталось. Груз. Эх, я мог добить. Изи. Для кого? Для папизи. Here. Изи. Для кого? Для папизи. Мое изи. Хуяся, две стрелы, блядь, пидорас. Нет, не изи. Плохо дело. Где фарм? Здравствуйте, окажешь кок-дилер. Я тут, вопреки правилам клуба подписчиков, величайшего влюбился в... Изи, добил! Ну не парень, я теперь в непонятках. Отбивать ли у нее парня капопрайк в скобках ее у парня? Был ли у тебя такой опыт, Пикапич, какие подводные камни? Бля, я прослушал твое сообщение, извини, я не смогу посмотреть, потому что это была подписка, а не донат. Я на игре сосредоточен сильно.
Прости меня. Я вообще прослушал, мимо ушей прошло. Сори. О, ищ! Нет, не ищ. Pain builds character. Suffer. Сдохни! Ice cream bloody murder. Attack. Должен добить катапульту до того, как бомб вернется, но я не успею. Я Баратрума не боюсь, потому что у него левел 2. Если он на меня бежит, то хуй с ним, пусть бежит. С таким левелом не страшно. Пидорас, мне еще одного крипа надо, лол. А еще один крип, у меня будет кольцо Регена. Будет полегче. Oh, yes. Ну, это был мой крип, это ошибка. О, супер ошибка. No pain, no gain. Ну, обидно. Ладно, есть кольцо, похуй. Уже дела получше. Ну вот два раза умер, Пуджик молодец. Я не фидел. Я даже крипов добивал каких-то. В принципе, неплохо постоял. Меня устраивает. У него пакты или что? Чё такой урон большой? Блять, ошибка. Я тоже знаю, хули он. Так, в принципе, стою, охуенно фармлю, и меня никто не может прогнать. Я доволен. Доволен, как Дота доволен. Можно ТП-шку взять. На мидос, например. Эх. Сейчас бы фраг. Надо спиздить крипового, да? Так, ну я пошел фармить. Надо просто фармить. Если я дохуя нафармлю, я этот пик разъебу. На самом деле, я могу купить линку, а потом диффуза. И типа, я буду супер полезен. Я буду снимать постоянно РПЛ, и меня не смогут убить. Будет охуенно. О, варгили будет, ГГ. Изи катка, изи лайф, изи катка, изи лайф. Ускоряемся. Вкусно. Бля, как же я обожаю просто воду, просто вот хорошую холодную воду, просто вот, ну, это оно. Sweet pain.
Так, на любой момент может сделать меня чарт, братрум, и я сдохну. Надо убить этих крипов и уходить. Так, мы будем тут без фарма. С Вэнс фармом, надеюсь. Доминатор есть. Что-то фармит, наверное. Умник. Хули ты бежишься? Здорово. Хоста моё изи. I'm coming top, cook. Покушал? Хуя себе, ты рофлишь? Что, так будет безнаказанно делать? Никто ничего не сделает? Can you take your touch? Против Найкса не постоять, его не накоцать. Рофлит, что ли? Да куда мне вообще пойти? Можешь вниз пойти? Что, моя команда в лесу фармит или что? Бля, ну вниз пустой, на самом деле, я хз, че там не стою. Против Найкса ничего не сделать. Кукла. Найс, уйди, ёбище! Я почти нажал отменить ульт, но я не успел, ну блять. Ну я почти отменил ульт, вот все. Опа, найс рофлы. Я успел закупиться перед смертью. Это шок, ебать. Найс трипл килл. Сейчас бы ульт проебать, просто как уебище бездарное. Че он делает? Ну нормально. Но я успел закупиться, у меня линка, может быть, с харды к 16 минуте. Это будет неплохо. Это будет очень хорошо. На самом деле у меня с харды более-менее все нормально. У меня есть фарм, у меня есть левел. Скоро 11-й, линка приближается. Все хорошо. Seems good. Seems Гучислав. Сказал Папислав. Here. Как этот крип не добился? На 4-1. Думаю, если мы в лейт заходим, для нас это хорошо. С дестройером и ОД. Учитывая, что я играю как фармер, то есть у нас купа будет отоженная, потому что я всегда как фармер. Типа, кем бы я ни играл, я играю кэрри, в этом и проблема. Когда мне не дают изилайн, то я играю купой как кэрри, блять, в итоге получается. Потому что я всегда кэрри. Я не могу по-другому играть. Поэтому мне лучше давать изилайн, потому что я буду купой фармить в итоге. Ура, 11-й. Реально заебись все пока. Меня СК не хочет убивать. Прямо сейчас, maybe. Просто опять же может ультой ворваться, а я умер. Your top tower is under attack.
Так, ну я хочу свою линку просто добить без происшествий и пойти ебошиться. Найс. А, я умер, окей. Я не могу прожать, ну. Я мертвый был. Надо было закупиться, хз. Я не мог останавливать, я нажимал 24 на 7. Не закупился перед смертью, так бы не потерял денег. Или потерял бы, хз. Не, потерял бы anyway, неважно. Не релайл был гол 33. Ну вот поэтому мне нужна линка по фасту, потому что я просто вот я фижу. Типа я не могу не фидить. Ну, Баратрум плюс СК, я же говорю, тут капец сложно играть. Потому что в любой момент СК, Даггер, подкоп или Баратрум на тебя врывается, и ты типа, ну, ты не знаешь, что ты мертвый. Я могу стоять на карте, и я уже мертвый 100%, а я об этом даже не знаю. Я даже не догадываюсь. Потому что я не могу предвидеть сразу двух героев. Допустим, за одним героем следить можно, но два героя, когда тебя, ну, гарантированно убивают, это сложно. Окей, я пойду фармить снова. Мне надо срочно линка. Если я не соберу линку, у меня будет 10 смертей в этой игре. 10 смертей. Потому что я не могу не умирать. СК с даггером, Баратрум против КП, но это... Это смерть 24 на 7. Или линка будет, или конец. Или я снова умру. Ну сейчас может Скорпион ворваться с ультой. Прямо сейчас, если что. Ну да, я знал, видите. Супер умный, супер умный, супер умный! Чутьё, блядь, чутьё, 13 лет доты, чутьё. Где моя линка ебаная? Я не могу играть. В любую секунду я могу быть мертвый. Надо линка, иначе играть невозможно. Но хп. Не убью. Или да. Да, я бы убил бы его. 380. Мисплей. Вкусно. Мисплей. Здорово. Сильно сыграно. Мы проигрываем, Свен умирает. Видите, когда батя не на керри, да, он на керри, все плохо. А если батя был бы на керри, я бы уже затащил. Но, сори, приходится играть на копе, как керри. Потому что я по-другому не играю. Где моя линка ебана? 17 минут уже. Ну вот что происходит, когда мне не дают мой ебаный лайн. Мне не дали ни лес, ни керри. И я, типа, вынужден вот так вот бегать. На квапе какой-нибудь. Грустно. Что, блядь? Просто иди нахуй. Линка, пожалуйста, я играть не могу! Ура! Наконец-то заиграю. В скобочках посмотрим. Что, нас разваливают? Найс ульт уебище. ГГ. Так, надо урну срочно. Так. Мою изи. Здорово! Найс ульт уебище. Поздравляю тебя. Упс. Это был хороший ульт, просто на мертвого героя потратить 160 сек кд ульт. Это просто 10 на 10. Из 10, конечно же. Я бы даже сказал, это 11 из 10. 11. Это даже больше, чем 10. Да.
Ура! 19 минут, наконец-то в боевом состоянии. Но это на самом деле для харды хорошо, я ж на харде стоял. Но на самом деле пойдет. Пойдет JPG. 13 уровень. Линка, арканы, урна. Пойдет. Для харды. Это не так уж и плохо. Могу фармить, могу вольготно себя чувствовать. Главное, чтобы мой Свен не подводил. Все, начинаю пока дофармить. Ты мертвый? Коль ты макуешь, не могу понять. Я пошел фармить. Я фармлю только, ну блять, я кэрри игрок. Мне не дали мой лайн, ГГ. Хули. Я фармер. Не двил крипа, мистер фармер. Найс рофл. Опа. Хватило хп выжить, проверяйте. А это чё? Так нечестно, скорпион. Да, без хуйни плюс. Это не скорпион, это Свен добил, блядь, крипа этого. Здравствуйте. Так, что мы с вами по фарму? У меня было бы в 100 раз больше. Даггер, эхо сабля, домината с 21 минуту с изилайна. Здорово, долбоёб. Спасибо, что забираешь лайн у бати кэрри. И заставляешь батю играть на ебаной квапе, которую он не играет. И я вообще по определению не могу играть квапой, потому что я играю как кэрри. Квапа не может быть кэрри, а я играю как кэрри, понимаете? Я собираю кэрри квапу. И это полная хуйня. Да что вы доебались ко мне? Не линка, алло. Я не вижу, потому что у меня линка. Могу фармить, могу ебашиться. Хуяси ты рофлишь. Рафлам поминки. Пизда, вот это у меня кэрри. Вот это он долбоёб. Your middle tower is under attack. As I will. Not yet. Here, here. Пизда. Ну видите, вот забрал лайн. Играть вообще не можно, кэрри. Просто не может. Просто долбоёб. Просто идет и фидит. Вообще все фидит. Сложно. Ну окей, я продолжаю фармить. У меня рот у 6 слотов. Я готов, блять, к суперлейту. А что еще делать? Я только так и могу. Это мой стиль игры, так всегда играю. Это не моя проблема, что дауны забирают у меня мой лайн. Мой лайн, мой, блять, по праву. Я хорошо там играю, лучше всех, алло. Хули он забирает, когда играть не умеет. Особенно. Ну, просто реально, какой-то вообще супер бездарное уебище забирает лайн. Да. Алло, алло, уебище, ты умирал, ты бы не забрал эти 100 голды. Ты что, дебил? Ты был мертвый уже. Зачем ты мне это говоришь? Если ты был мертвый, нахуй ты это сказал, если ты был мертвый? Ты, блядь, что, имбецил? Алло. А нахуй он это говорит? Он был мертвый. 100 голды, которые он не получит. Просто, блядь. Бля, ну... Команда уёбков. Forward.
Your queen moves. Ну чё, АФК фармим, ждём, пока наша уёбища на Сване получит хоть копейку какую-то. На Сване 25 минут ноль фарма. Спасибо за игру, как говорится. Я разбиваю вещи. Я не хочу, чтобы вы победили. Какой тупейшей мрази. Вы просто даже не могу дать одного припада бить. Какое же уебище, блядь. Такой мог добить крипа, если он был мертвый. Ну я же говорю, сразу было понятно, что луз, когда у меня забрали лайн. Когда уебок забрал лайн, который играть не умеет. Как я должен выиграть? Теперь Паджик хуйню какую-то несет. Просто супер дебил. У врагов фри рошан. Ну и отлично. Ну это фрирош, да. Окей, я умер, это не фрирош. Я ошибся. Ну как мы выиграем, блять, если вот чел 25 минут ничего нету, ничего, 25 минут кэрри. Свен, вы понимаете, что Свен это антимакс нулевой минуты, антимакс Battle Fury, вы понимаете это или нет? Это круче даже, чем антимакс Battle Fury. Вот, если чё, открою секрет, если бы я играл на Свене, у меня было бы, знаете что сейчас? У меня было бы Mask of Madness, Armlet, BKB, Dagger и почти Буриза. Если чё, за 26 минут у меня уже это все было. А у него, что это? Что это такое? Что это такое? Это что, итемы? Это сколько нетворс? 26 минут, Свен. Это сколько нетворс, уебище? 2150 или 2250, неважно. Мне вообще поебать. Это даже не 10к нетворс. 26 минут, Свен. Это даже не 10к, это даже не 10к, это даже не 10к. У меня копа с харды такой же нетворс почти что, как уебка. На Свене, блять! Антимакс с 0 минут из Battle Fury. Алло, здорово. Просто конченый. Свен это самый быстрый фармер в игре, он фармит быстрее антимага. О, Паджик продал итемы. Какой смысл, блядь, играть в эту ебаную игру? Сложно, сложно. Одни геймруинеры. Ладно, хуй с ним. Эту игру нельзя было выиграть, как видите. Я сразу это сказал. У меня все геймруинеры, вся команда. Что я сделаю? Ну это невозможно было выиграть. Было 0%. Я не мог эту игру выиграть никак. Потому что вся команда геймруинеры. Вся. Вся, абсолютно. Сори, ничего не поделать. Бывает. Ладно, дота на сегодня все, можете расходиться. Сван идет фармить. Найс фарм, Сван. Темы декабрьского сочинения уже известны. Подробнее на vk.com/tp_ege. 100% точность предметов. Ответ исходится с 2013 года. С нами вы поступите в любой вуз. Наши гарантии вас удивят. Как играть? Здорово. Че у меня герой не блинкается? Сейчас БКД тысячу лет. Да нахуй это уже играть тогда, если падж АФК стал. Зачем игра? Типичная помойка 2. Без шанса на победу. Ну тут не было шанса выиграть вообще, ни малейшего, к сожалению. Так что, ну и хуй с ним, как всегда. Акс 1 на 5. Неплохо. У нас типа все фармят. Ну а что делать? Охуенная игра. Качественный контент.
Качество контента, качество бытия. Найс, это мой уёбок. 29 минут своем, 30 минут своем. Найс, это мой уёбок. Сильнейший игрок Dota 2. Что это за этого? У него мать сдохла, алло. Вот он АФК стал, расстроился. Это единственное объективное объяснение. Очевидное даже. Эх, не получилось. Не, собрушил. Все, парни, можете ливать нахуй со стрима. Я сейчас пойду, не знаю, или в поя играть, или в КС. Дота, к сожалению, я вот пытался постримить, опять не дают стримить. Но я одну игру, по крайней мере, сыграл. Как бы одну игру фривин и одна игра фрилуз. Ну, что поделать. Ну, нельзя никак контролировать контент, я никак не могу это контролировать. Позапрошлый стрим вроде, или прошлый, мне пошли фидить курьерами с нулевой минуты. То есть, с нулевой минуты чел пошел фидить. А, не, он ливнул. Я ничего не могу поделать. Контент нельзя контролировать, извините. У меня сегодня было желание поиграть в доту, но... Захожу в игру, забирают лайн, забирают лес, иду играть в опой, окей. Да, он рунит игру. Я не знаю, как играть. Сложно. Найс, это мы. Ни у кого нет итемов. Как тебе коса поможет, если у тебя БКБ нету? Интересно. Один на пять. Понимаю. Почему у меня челики постоянно 1-5 дерутся? Типа есть какое-то объяснение? Они же 1-5 постоянно выходят. Кстати, Аксу пизда, на него СБ выехал. Найс, играешь? Pain builds character. Блять, ебаный подкоп с Аганимом. Кстати, я умер, потому что у меня брат Рум разогнался. Мне не вышло, походу. Да, я умер, к сожалению. Да, конец. Ну, я не виноват, что я умер. Что я сделаю, как я выживу. Тебе надо будет на меня астрал кинуть. Окей, я жив, лол. Я диффуза уже принципиально не собираю, потому что никто не хочет играть, никто не хочет выигрывать. У меня геймрунер продал шмотки, зачем я собираю диффуза? Ну, типа я как бы... Потому что я стримлю, я уже играю до конца, очевидно. Типа я не стою АФК, как этот чел. Я бы, наверное, так играл, даже по 7 стримам. Когда они нас уже вынесут? Сколько они могут... Собираются выносить сегодня или нет? Заебался сплитпушить и ждать, пока нас вынесут. Это шок. Pay for the privilege.
Найс, урна. Когда челик ливнул, в итоге нету файтов. Ноль урн. Найс, рофлы. Качество контента. Только один братун и все. А у него БКБ и армлет. Я ему ничего не сделаю. Братун меня сильнее, сори. Один на пять, опять. Почему они постоянно один на пять нападают? Я не могу понять. Один против пятерых. А где все были остальные челики? Он реально один против пятерых нападает или что это? Перестань меня стрим снайпить, например. Нойс игра! Нойс контент! Прям вообще качественно, интересно, охуенно с малолетними дебилами контентич. Нойс! Нойс! Ставь лойс, если нойс! Ла-л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 а. Найс фарм у ёбища, 36 минут, мистер Свен, мистер Керри, забрал у меня линию, у бати. Ну, тут файт. О, парни, вы чё? Типа ОДТ, что ли, что? Три семь три. Хороший игрок. Типа только АД хотел выигрывать. Кроме эти три не хотели играть. Или не могли. Скорее всего, это и то. Найс инфо. Нахуй мне это знать. Астрал. Найс фарм. С вами. Заткнись, чумошки, как я должен фармить, если вижу на ноль эту игру против барабана. Алло, уебище, нахуй ты берешь керри, если ты не умеешь играть. Алло, уебище, нахуй ты забираешь моего керри. Ты же играть не можешь, доту. Каждую игру говоришь, алло. Одно и то же, но ты мусор просто обычный. Так посмотри на себя, ты и есть мусор, алло. Ты же мусор, посмотри на себя, посмотри на свой фарм. Так зачем ты берешь... Алло, придурок, ты играешь в пабе, зачем ты берешь керри, если ты не можешь соло тащить, ну? Керри должны брать те игроки, которые могут соло тащить. Ты дурак или что? Ты в пабе играешь, придурок. Ты ожидаешь помощи в пабе? Тупой малолетний дебил, блядь. Еще оправдывается сын шлюхи ебаной. Иди нахуй, блядь. Проверь мать в гробу свою, придурок. Конченый, блядь. Какие аргументы жесткие? Вот это ты, конечно, овнишь. Вообще-то аргументы были по факту. У тебя ноль фарма, хуесос, на керри. На Свене. Топ-1 фармер в игре. В игре топ-1 фармер. Здорово. Где фарм на топ-1 фармере? Я не удивляюсь, почему ты поиграешь каждую первую игру. Так ты же руинишь, такие как ты руинят. Ты же заруинил, ты забрал у меня моего керри, когда я тащу в соло. А ты не можешь тащить в соло, ты дебил. Ты же не можешь тащить. Так ты забрал мою роль, дурак, блядь. Ты забрал роль, которая тащит соло, ты забрал керри. Ты забрал керри, и ты сосешь хуй. Алло, блядь, у тебя мать в гробу прямо сейчас переворачивается. Она эту игру в гробу представляет и переворачивается. Ты это понимаешь или нет? Придурок, блядь. Я не могу вообще, блядь, серьезно воспринимать тебя. Ты ебаное тупое существо. Забираешь керри, когда ты не можешь играть на керри. Ты не можешь играть на керри. Ты придурок, у тебя на топ-1 фармере 0 фарма. Ты, блядь, не человек, сука. Топ-1 фармер, блядь, Свен, 0 фарма, 0. Ты даже, по-моему, древних не пытался стакать.
А просто бегал с доминатором, просто, просто. Вот как мне вообще стримить доту, когда такие дети шлюх? Просто стрим снайпит и забирает мою роль. Извините, парни, я не могу качественный контент стримить вот на регулярной основе, потому что ну, это невозможно. Невозможно. Факт. На самом деле, тут надо в мире барак бить, а не раньше. Но он не понимает этого. Почему-то. Нам его в мире барак бить. Нет, ТП нету. А, пойти купить. Нет, ничего нет. Он не собьет. Чмо погано. Сколько мы потеряли браков? Две? Ну да. Ну никак не выиграть. Чмошники говные, это геймруинеры. Ла-л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 а. На, рапиру. I love a struggle. В скобочках нет. Это полная хуйня. Вот эта игра называется Struggle. Один малолетний долбоёб полностью бездарный хуесос, другой малолетний долбоёб АФК, третий малолетний долбоёб вообще тоже полный ноль. И сложно. Сложно, 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 сложно. В скобочках невозможно. Просто ну. Когда-то давно, около года назад из-за таких игр я забил на стримы доты, ну, типа, скажем так, регулярные там качественные контенты. Теперь это редко качественный ты контент. Лучший. Кстати, сейчас стримит Аня Пожарана сняла чулки. Ищи на ютубе Аня Пожарана сняла чулки. Ищи на ютубе Аня Пожарана сняла чулки. Мне что, 14 лет? Ищи на ютубе Аня Пожарана сняла чулки. Ищи на ютубе Аня Пожарана сняла чулки. Бля, это спам до конца? Нет, только три раза, фух. Думаю, сейчас будет до конца спамить. Типа просто около года назад я понял одну вещь. Что будучи стримером невозможно выигрывать. По крайней мере, некоторым людям. Конкретно мне точно нельзя. Потому что мне регулярно вот руинят игры. Вот, допустим, вот вторая игра на стриме, да, и меня малолетние дебилы стримснайпят. То есть самые малолетние хуесосы, самые конченые. Вот зачем они меня стримснайпят и пытаются играть? Они даже, допустим, они... Я бы понял, допустим, если бы с первой минуты там он начал фигить курьерами. Но он меня стримснайпит и, ну... А играть они не могут. Они пытаются играть, но не могут. Они в итоге только руинят. Забирают мою роль. Это вообще, ну, каким надо быть дауном, чтобы меня стримснайпить и забирать мою роль? Чел не понимает, что он не выиграет, если меня застримснайпит и заберет мою роль. Тем более, когда он играть не умеет. Он же полный хуесос, посмотрите на него. Посмотрите на фарм Свена на 44-й минуте. Что у него с фармом? Божественен. Что у него с фармом? Что у него с фармом? Как он дышит? Верьте деньги! Рафлан попить плюс Рафлан помойка 2 равно версус батле Рафлан цар. А, спасибо за 1000. Спасибо за 1000, но... Хотите верьте, хотите нет, но я бы любому донату предпочел бы качественный контент. Если у меня был бы выбор между 1000 рублей, 2000 рублей донатом.
и качественным контентом, я бы предпочел постримить хорошую игру. Но я не могу, это невозможно. Я не могу регулярно стримить когда-то давно. Вот, то есть, это от меня не зависит. Я зашел в игру, меня заснайпили 3 малолетних дебила. Один забрал линию, другой забрал лес. Оба 0 фарма. Ну и т.д. И т.д. и т.п. И т.д. и т.п. Все стоят сзади. Наверное, Клопа должна врываться, а не Акс. А, сори, у Акса нет фарма, он сразу умрет. Извините, я забыл. А я забыл, я забыл. My bad. 45 минут, фарм 15 минут, ну 20 минут, окей. Окей, Акс, стой здесь. Подождем. Ну сейчас я сдохну и себя ворвусь. А что я должен делать? Как я должен подойти? Интересно, надо подумать. Так, я в сайленсе. У нас падает барак. Блять! А, у тебя эгис. Ладно, неважно, мы не вы проебали. Можно прыгнуть? Мы всех убили. Даже бараки сохранили. Вот да, вовремя ворвался. Интересно, нахуй что-то пишет, если он на него проиграл. То есть Аксу даже не хватает ICQ понять, чтобы... ну, нет смысла писать в чат, потому что мы не мы проиграли. Зачем писать в чат? Зачем выебываться в чате, когда ты игру проиграл? Аутист. Не, надо Октарин Рапира Юзлес, я не смогу дамаг наносить в такой игре. Ну, как я буду дамаг наносить, там миллион становый тогда. Надо Октарин лучше. Чаще хекс, чаще ульты тогда. Все чаще. Найс фарм, блять, 47 минут. Пизда, блять. Какой же ты жесткий. Это мы нападаем на умника. Сейчас у нас разъявил с баратрумом. Свен, тебе пизда. Тебя выехали? Или нет? Нет, не выехали. Вау, Бризу собрал, успех. Quickly now. У нас есть глиф? Нет, нет глифа. Тогда грустно. Тогда они могут суициднуться и сделать мега. Ну, враги могут быть в смоке, в любой момент меня убить, например. Типа, изи смог, изи кого-то убить. Я не знаю. По-хорошему тревела надо купить вместо аркан. Ну, наверное... Бля, ладно, я куплю тревела. Но тут надо тревела покупать, как-то спидпушить. Но это все ничего не даст. Anyway. Да, Октарин был бы найс. Я успею с тревелами? Интересно. Или когда не пройдет? Будет прикольно, если когда не успею пройти, они нас вынесут. Это, блять. О, я могу не успеть. К файту. Но я почти успеваю. Почти. Акс ФК стоит. Fallen.
Хуясь, ты меня башишь. Нам барак выносит. Где бы он флетчил? На барак сдефть. Можно, в принципе, гем взять. Не отрывалась, я могу прилететь в любой момент. Хуяси. Ну они байбекнутся. Она мало даст. Мы не успеем байбекнуться, и мы не успеваем anyway. Там только одному челу надо сделать байбек, чтобы задефать. Сложно. Ну, уже нет смысла идти. Так, ну мне надо Октарин. С Октарином я буду чаще прожимать хексы тогда, ну, там два хекса. Можно, конечно, рефрешер, типа два ульта, но это очень сложно применить два ульта, правильно. Это почти нереально, скажем так. Не то чтобы даже очень сложно, а скорее всего не получится. Наши враги стали четко по два ульта, да anyway, в лейте это как бы... Два ульта КВП может решить, если враги имеют там лоу хп. Так, я хекс не прожимаю, потому что нет смысла. А я окей, я умер. Лол, nice save. Куда Акс бежит? Я бы не засейвил хексом этого Свена, потому что не прожимал. Я был когда на блинке, я хотел прожать чуть позже. Как раз когда у меня будет, ну, проходить когда на блинке, что я прожал как раз хекс, типа, и я убежал. Я даже не смотрел на этим Скорпиона, даже не знаю, что у Скорпиона, может у Скорпиона свой хекс. Я не хз, кто меня хексанул. По-моему, Бом меня хексанул, Бом Флетчер. Я не уверен. Ну, типа, я с похуизмом играю эту игру уже, потому что, сами понимаете, у меня пуш стоит АФК 30 минут. Типа, что мне потеть? Враги, наверное, на Рошане, тогда я пошел на топ. Да нахуй ты его спрашиваешь, он сын шлюхи. Ты пойми, ну, люди четко делятся на разные группы. Ты ничего не добьешься от сына шлюхи. Чего толку его спрашивать, какая разница, что он тебе ответит? Это ничего не изменит. Ты какой-то малолетний дурак. Я за тебя умер. Ладно, у меня есть байбек. Но я из-за него умер. Зачем ты меня стрим снайпил и поставил иконку на мой лайн? Интересно. Это делает тебя малолетним дурачком, по факту. А, ну да. 3-10 счет. Хорошие итемы. Сильно кэришь из леса. Сильный кэри. Ты сейчас хуесос, по факту. Малолетний. Ну это если по факту. Чисто. Пойду лучше сплетить. Не знаю, зачем я бэкнулся, но я уже... Я не могу уделять внимание игре. Блять, я с тремя ебаными малолетками в команде. Мне сложно концентрироваться. Один АФКшит, другой хуесос, третий хуесос. Сложно. Концентрация на нуле. Я бы не умер здесь, если бы мне не написал, но он мне написал, и я отвлекся. И я умер. А зачем он мне пишет? Так, я не знаю. Куда бы я ни пошел, я могу везде умереть изи. На топе, скорее всего, больше шансов умереть. Окей, теперь-то они на Рошане, блять. Это невозможно знать, вся карта темная.
rain of pain. Да мы не можем выиграть, я не знаю, чего Д пытается. Даже если он идеально снова ворвется, ему нужен рефрешер. А, пойти в соул бустер купить. Окей, они на топе. Моё визи. На ОД могли выехать уже. Окей, я буду без соулбустера файте. Это хуёво чё. Меньше хп, байбека нет. Благодаря дауну на Аксе, который меня отвлек. Найс, и ТМ. 10 тысяч минут. Хорошо играет. Ебать все итемы, челик. Просто лучший акс, соло-лес акс. Изи. Изи для даунизи на аксе. У Свана уже наконец-то появились айтемы к 56-й. Ура. Прогресс. Прогресс, дегенератыч. А Еги сыр, прикольно. Как это надо победить. Можно диффуза взять на решающий файт. Ну я диффуза купил на решающий файт. Я думал, это будет решающий, но это оказался не решающий. Может, зря диффуза купил. Хуй знает. Ну, против омника наконец-то диффуза приходятся, правда? Может, и не зря. Я тут постоял, может забежать под РПЛом, убить нам базу. Они даже не ушли. Они, по идее, не знают, что у меня диффуза есть пока что. Здорово. Давай попадаешь, челик. Ну, у них байбеки есть, это бесполезно. У них есть байбеки. Мне реально нужен Октарин ебаный, я даже регениться не могу, типа с одной линкой, мне нужен Октарин. Чтоб КД было меньше на Хексе, на Шиве, ну Октарин очень нужен, но диффуза никто не собрал. Такие дела, такие дела. Где он делся, блядь? А, он в визе стоит. Я не знаю, где он делся, он испарился. Это пиздец. Там баратон где-то. Он что, в визе стал? Я просто не понял нихуя, куда он делся. Какой-то пиздец. Нам бы ульт на Свене прямо сейчас. А, у него хекс, пизда, блядь. О, да, молодец, надо коммент. Как ни крути, он сделал даже больше, чем я. Молодец, Удэп, молодец.
Красава, чё? В отличие от этих малолеток. Респект. Ну это однозначно гимн. Как бы, хоть и я не прям в соло затащил, ОД сделал больше, чем я, но это гимн, гимныч. ОД красава. Я до конца играл, парни. Ну что могу сказать, я плюс помощь, плюс три малолетних дурачка. В какой-то степени, конечно, Акс и Свен, они не такие плохие, как Пуш, потому что они играли, Акс и Свен, они, по крайней мере, играли до конца, как они могли. То есть, да, Акс просто, ну, пиздец. Ну, это просто пиздец. Но он играл до конца. Я его репортить не буду, потому что он играл до конца. Свен тоже играл до конца, я тоже его репортить не буду. Но, понимаете, просто сама суть, смотрите, вдумайтесь на секунду. Меня челы стримснайпят, они знают, что я играю только на изилайне, только кэрри. То есть, смотрите, вот представьте, вот вы 16-летний дебил. Вы меня стримснайпите, чтобы порофлить, да, почитать чатик, всякую хуйню делать. И вы забираете у меня кэрри, но при этом вы хотите выиграть. Но вы же знаете, что я играю кэрри. Я понимаю, конечно, там 15, 16, 17 лет, ну, вообще мозгов ноль. Да, как бы, тут даже дело не в возрасте. Я бы сказал, малолетний дебил — это состояние души. Блять, как-то еще правильнее сказать. Они в любом возрасте одинаково себя ведут. Дело не в физическом возрасте. Просто, ну, зачем стримснайпить и забирать мою роль? А потом, когда, типа, я ему говорю, что он не прав по факту, что у него ничего нет, он не прав, он начинает отмазываться. Типа, у меня не было там возможности говорить на фарме, все такое. Но в начале игры, во-первых, Пуш играл. Мы выигрывали по счету. Что значит не было возможности? Это такой пиздеж. Пуш в начале игры играл. У ОД было все хорошо. У меня было все хорошо. То есть, как Свен не мог нафармить? Это пиздёж! Блять, вы все прекрасно знаете, что там у него было первые 20 минут почти что, ну... Я не буду говорить фрифарм, потому что я не видел, но он мог нафармить. Он отмазывается и при этом меня еще в чем-то обвиняет, когда я, блять, с харды имею фарм, как у Свена. С харды, сука! С харды! Мы убили два раза этого банфлэшера еще. Я на харде не нафидел. Имею фарм, как у Свена, и челик мне что-то еще говорит. Когда я его говорю по факту, типа, ты ебаный еблан, типа, ну как его называть? Зачем ты стримснайпишь и забираешь мою роль и хуёво играешь? Ну ладно, играл до конца, пошел нахуй, молодец. Я не буду его репортить, потому что, ну, я репорчу только самых вот уже, это вот Пуч-то вообще не человек, то есть... Вот мне говорят, типа, время от времени, вот я говорю про родителей, это хуёво, да? Допустим, я говорю, что у него вот там мать такая вот плохая, да? Ну, давайте будем объективными. Как бы, человек почему вырастает долбоебом? Потому что у него не было воспитания, потому что у него не было родителей, или потому что у него хуёвые родители? Вот, к примеру, почему вот этот челик вырос малолетним тупым куском дерьма? Навсегда. Он уже никогда не изменится, я более чем уверен. То есть, почему, допустим, хуесос на всю жизнь? Почему? Ну, чья это вина? Я не знаю, может, его в детстве избивали? Может,
Хуёвые родители, значит. Так что в какой-то мере говорить что-то там про мать, когда ты вот уже с такими вот дебилами, да, в какой-то степени это даже, это будет правда. То есть... Вы когда-нибудь слышали, чтобы я что-то плохое там, ну вот, вот что-то серьезно говорил, какую-то там хуйню, какие-то серьезные оскорбления челам, которые этого не заслужили? Вы же знаете прекрасно, что я говорю тем, это кто заслужил. Тем, кто заслужил. Я же не оскорбляю тех, кто этого не заслуживает. Ну это разве человек? Это же не человек. Я свое мнение не изменю. Я считаю, что в таких случаях можно говорить что угодно. И на самом деле я вот, вот конкретно в таком случае, я за свои слова отвечаю, потому что это тупая конченная малолетка, которая, ну, живет ради того, я не знаю, чтобы там портить другим что-то. Не знаю, в доте, еще где-то там гадить. То есть что это чмо из себя представляет? Ничего. Конкретно перед ним я за свои слова отвечаю. Это не человек, блядь, пошел нахуй. Родители, скорее всего, такие же долбоебы, как и он сам. Я думаю, максимально объективно вам объяснил, почему время от времени я говорю плохие вещи про родственников. Потому что этот чел этого заслуживает. Это не человек. И точка. Так, ну чё, еще одну. Блять, после этой игры... Три падлы пыталась заруинить. Эти играли, но... Ну, блин. Еще одну. Really? Еще одну. Может, лучше съебаться на плюс морали. Пойти в КС поиграть. Наверное, на плюс морали лучше съебусь. Сколько я стримлю уже? Ну, я стримлю всего 2 часа. Хз. Давайте посмотрим команду. Сегодня команда хорошая, сыграем. Это было слишком заебись, чтобы быть правдой. 2.5 против 7. Без Кэри. Сделал клип. Сейчас скину в профиль хуесосу на Пудже. Пусть всегда помнит. Спредъя в свина аж трясет. У самого нихуя, зато папа не предъявляет. Папаня может старенький, ему сложно. В смысле? Он мне предъявлял какую-то хуйню, он мне говорил... он мне сказал такую фразу, типа, ты проигрываешь всегда. Так все прекрасно знают, что я проигрываю всегда, потому что я не могу выиграть, когда мне заходят стрим-снайперы и руинят. Никто же не выиграет. То есть, я уже 7 раз говорю много раз. Вот, допустим, у каждого чела дотера, допустим, есть, не знаю, у многих, там какой-то любимый игрок, кумир, кто, типа, лучше всех в доту играет, допустим, да? Просто представьте своего кумира в доте, представьте его в играх, типа, моих, где с первой минуты идет чел и фидит. То есть, смотрите, началась игра, сразу пошел фидить на мид, курьерами там или собой. Представьте, пожалуйста, на любом месте любого вашего кумира, и любой проиграет так же, как я. То есть, это не аргумент, ну... То же самое, что ты сам зайдешь, допустим, пустишь курьеров и скажешь, и ахаха, ты проигрываешь. Ебать аргумент. Это, ну, это малолетний аргумент. Малолетний. Малолетний аргумент. Свен, блядь, ну, что там объяснять. Так, все понятно всем. Итак, все всем понятно. Ебаные дети. Портят стримы. Больше даже обидно, как бы я уже на доту, ну, я уже подзабил на доту, я типа, я ж не рассчитываю там серьезно снова играть в доту, там набирать какие-то ПТС. Я просто хочу нормально постримить, нормальный контент. Я просто хочу постримить нормальную игру. А типа, вот меня сейчас сколько смотрит? Типа 14 тысяч человек должны смотреть, как какой-то там долбоеб заходит, просто руинит игру. Почему они должны это смотреть? То есть заходит один малолетний еблан, и 14 тысяч смотрят типа на говно контент. Почему такое должно происходить? Тут уже даже дело не в том, что мне кто-то портит игру. Типа, что мне уже? Мне уже миллион раз испортили игру, мне уже поебать. Fanpay.ru. Первое в руне тебе же аккаунтов для игр. Покупка и продажа аккаунтов. Прокачки и услуг для World of Tanks, Dota 2, CSGO, WoW, LoL 2 и других игр. Одина и золото всех марпк. Более 1000 предложений. Более 6000 отзывов ВКонтакте и на других сайтах. Nice info. Привет, Виталя. Я понимаю, у тебя дохуя хейтеров. Давай играй почаще в доту, и ты опнешь свои 7к обратно. О, а остальные стрим-снайперы могут быть выебаны критом. Удачи тебе. Желаю всего лучшего. И такой вопрос, когда ты говоришь про скрытый пул, можно сделать так. Сделаю ник скрытый, задержу 20 ми.
Ты знаешь, что такое скрытый пул? Скрытый пул зависит от репортов, причем тут задержка. Задержка — это про стрим снайперов, и 20 минут задержка — это будет хуёвый стрим, во-первых. Слышь, чувак, я тебе отвечу, потому что ты мне задонатил, но если бы ты мне не задонатил, если бы ты меня, там, не знаю, спросил где-нибудь в пое, то есть, ну, бесплатно, я бы просто, наверное, послал бы тебя. Так как ты задонатил, то я скажу вкратце еще раз всем. Я уже почти год не могу играть в доту. Вот только чтобы игра, ты видел, что было три челика, которые буквально, ну, один откровенно руинил, двое, ну, застримснайпили и пытаются забрать мою роль. Ставят иконку на кэрри и хуёво играют после этого. И это, не учитывая репортов, то есть скрытый пул, и дедосеров. Вот эти вот апниш, 7к, да мне поебать вообще, во-первых, начнем с того, 7к ПТС это не рейтинг. 7к ПТС это слабый рейтинг, это хуйня, во-первых. Сейчас, в 2076-м. Когда у меня было 7к ПТС, это сейчас как 9к или там 8500, не знаю. Потому что тогда это было топ-3 ладдера. А сейчас-то, не знаю, там топ-200, блять, еще не хуже. То есть, ну, какая может быть мотивация играть, если любой момент, заходят стрим-снайперы малолетние, портят тебе игру. Или в любой момент тебя задедосили. И опять же, испортили стрим, испортили игру. Пожалуйста, ребята, ну поймите, ну не может, нельзя винуть прошлое, ну... Раньше было хорошо, раньше была трава зеленее. Не может быть так, как раньше. Не может. Ну, я стал известным, потому что меня стали смотреть. А в силу того, какая я личность, в силу того, что я говорю правду, то, что я думаю, мне не позволят полноценно играть. Ну, поймите. Поймите. Только что была игра показательная. Показательная. Чел 30 минут стоял АФК. Разбил итемы. Продал. Разбил, не знаю. Единственное, что не делал, курьеров не пускал. Я просто прошу понять. Пш. И перестать вот это вот, ну. Нельзя в доту потеть в моих условиях. Ну нельзя. Если бы я не был бы стримером, базара ноль, изи. Вообще, ну, 7к, 8к, ну это все изи. Но стример это, ну нереально. Ну только что была игра, ну вы же все видели сами. Это то, что я выиграл, это одна игра из 10. Я выиграл, потому что у меня дестройер был хороший, помогал. Молодец. Потел до конца. А СП был один, СП был в соло, с 4 даунами. Что бы я делал? Нихуя. Когда у тебя руинеры, тебе надо хотя бы, не знаю, минимум один реально хороший игрок. Минимум. А реально хороший игрок — это вообще редкость. Да и то, тебе надо не только минимум один хороший игрок, а еще условия хорошие, подходящий герой против вражеского пика, чтобы реально можно было, не знаю, вдвоем пятерых ебашить. Конкретно этой игре, типа, ну, скажем так, я в файтах спейс создавал, меня фокусили, я выживал постоянно, я, типа, врываюсь, крик, шива, там, эти даггеры, хексы, и, типа, и не умираю при этом, то есть, ну, в самом деле, дохуя пользы было. Но, если брать конкретно в соло, квапа нихуя бы моя не сделала. Типа, ну что я могу сделать квапой? Там, найксы, рэпелы, меня ж моментально или убьют, или я нихуя не сделаю, просто ноль. То есть, конкретно сам, как боевая единица, квапа ничего не может. Конкретно этой бы игре, если бы не было бы дестройера, я бы ничего не сделал. Вообще ничего. У меня просто было бы 0 урн всю игру. Я бы ничего не сделал. Дестройер помог. Квапа вот может быть полезная, вот как сейчас, когда есть помощь. Если квапа не имеет помощи, она просто кусок дерьма. Она ничего не может сделать в текущей мете, да и вообще. В принципе, никогда не могла. Квапе надо, чтобы, ну, как-то на, типа, файтах, знаете, врывалась... Кинула даггера, крики, отошла, не умерла, снова ворвалась. Так постоянно. И еще мне хотелось бы передать привет моей бабушке, которая смотрит этот стрим. Бабушка, счастье, здоровье. И самое главное, всегда используй fanpay.ru, биржу золотого чата и других игр. Более 6000 отзывов. Это тот человек, который на Аксе играл? Ура, он против меня. Шок, сука. Ура, он против меня! Опять стрим снайпер, блядь. Ну педрила, блядь. Че ты стрим снайпишь? Ну теперь он, по крайней мере, против меня. А сейчас против меня он будет потеть. Сейчас против меня он запотеет. Это, ну, кстати. Много раз такое было, челики рофлили, типа, за меня чел попался, полный уебан, а против меня он выигрывает. Ну, сейчас, может, будете снова рофлить.
Потому что против меня они на всю силу играют максимально и не рунят. А за меня, типа, ну, вы видели. Я не удивлюсь, если он будет потеть, короче. Вообще не удивлюсь. Ебаного Омни хочу забанить, я его ненавижу. Ненавижу Омни! Омни — герой для хуесосов, которые хотят ничего не делать и нажимать одну кнопку. Просто сразу говорю. Сори, не в обиду. Знаете, кто пикает Омни? Вот просто ты пикнул Омни, стоишь АФК, подходишь, нажимаешь РПЛ, хил. Потом стоишь АФК. И так всю игру. Просто ждешь момента, когда надо нажать РПЛ и хил. И этот РПЛ и хил настолько много делает, что он просто пиздец. Вот это бесит. Вот этот хил, 360 урона, 360 пьюр дэмэджа. АОЕ. Это, ну, в мидгейме ты один раз похилил. Смотрите, один раз похилить в мидгейме, хорошо. И ты выиграл игру. Потому что все умирают от хила. 360 чистого хила и пьюр дэмэджа всем вокруг. Это просто пизда. Это разъебан весь файт. Одним хилом. Одним хилом, не считая РПЛа, не считая ульта. Здорово. Нечестно, я считаю. Пикайте или нет? Ура, по крайней мере, мне дают кэрри. Попич, это снова продолжение моего диалога, когда ты меня бы послал, если у тебя интернет нормальный, поставь регион другой, я понимаю, что у тебя стрим снайперят и т.д. Но, блять, так не рел катать в доту, а по поводу фулл пати не хотел нереал, да? Найти фулл пати и ебашить на победку с своими пачанами. Пати контент это херня, во-первых, для стрима это плохой контент. Я, ну, я соло стример, и у меня реально вот соло играть, это, ну, это мое. Пати-контент, это, во-первых, никогда в доте даже никогда не ценился пати-ММР. Даже в первой доте пати-ПТС никогда не ценились. Ну, понимаешь, пати-ММР всегда было такое понятие. Если ты хочешь играть в пати, иди играй в продоту. Здорово, попечь. Зачем в пабе играть в пати? Можешь что-то комментить, Бастон-мажор? А Туру Хабс Мила, не знаю, не знаю. Сальным и прочим мусором невозможно смотреть. Я не знаю. Мне желания особо нету. Ну, вы знаете, я не люблю комментить, на самом деле. Я не знаю. Your turn to pick. Я не хочу ничего обещать, потому что если я что-то скажу, если даже скажу, может быть, мне потом скажут, что я напиздел. Есть куча даунов, что бы типа, я не сказал, типа, к любому слову прицепятся. Даже если я скажу, может быть, они скажут, что я напиздел. Ну, дурочки. Я не знаю. Просто не знаю. Интернет нормальный, поставь регион другой. Ну, интернет у меня нормальный, но другой регион, анивай, пинг выше будет. Your turn to pick. Я не люблю играть с голимым пингом. Так, что там, наруб? Наруб, этот челик, Баратрум. В принципе, Свен хороший пик. Свен хороший пик. Привет, Артас. Ты всегда в моем сердце. Скажи, плиз, ты не думал заняться бустом аккаунтов? Я лично готов отсыпать тебе 50 тысяч рублей, если запсутишь с 2500 до 5500. Ты можешь намного дешевле купить буст с 2500 до 5500. Давай ты мне лучше отсыпешь немножко меньше, я тебе найду человека, который тебя забустит подешевле. Окей? Вот, так будет проще. Можешь там скинуть, не знаю, намного меньше, там, не знаю, не 50 тысяч, а 5 тысяч. Я тебе найду за 5 тысяч челика, который тебе намного дешевле это сделает, потому что лично я даже за 50 тысяч рублей с 2500 до 5500, типа 3к ММР набивать, ну, как бы тебе объяснить? Мне не 18 лет, скажем так. Мне есть чем заняться, я не хочу этим заниматься. Это уныло, это пиздец. Это не жизнь. 3к ММР сидеть набивать на лоу ПТС. Типа, не на своем аккаунте, потеть, набивать ММР, ну. Этим бустом занимаются обычно, ну, там, студенты, школьники, там, которым срочно деньги нужны, которым нехуй делать. Мне, в принципе, и так есть что делать. Я не хочу бустить. Это слишком уныло. Даже за такие деньги, даже за 50к 3к ММР бустить. Ну, я бы даже за 75к не стал. Я не знаю. Я не бустер. Я даже во времена, когда я что-то подобное делал, я играл калибровки за деньги. Калибровки за деньги играл, я вроде играл $4 одна игра. Короче, за $40 я играл калибровку челиком. Калибровал их нормально. Это максимум, что я делал. Бустить я даже давно не бустил. Никогда я не бустил. Я бустом не занимался.
I'll do it. Ладно, я устал пиздеть, у меня уже минус горло. Я помолчу немножко. Why not? Мне баунти надо здесь или нет? Морф это хороший пик против Свена. Я же говорю, он будет потеть. За меня руинит, против меня потеет. Морф это реально хороший пик. Good enough. Я не буду брать баунти. Пусть он лакер заберет. В данной игре баунти не надо, у меня есть саппорт Огра, это хороший саппорт. Я думаю, я простою свой лайн. Yeah. Более-менее. Энигма, может быть, с леса выйдет. Oh. Вот Морф будет на фрифарме, это хуёво. И Морф хороший герой против Сона. Yes. Die. Yes. Good idea. Good idea. Die now. Лайм пушится хуёво. At last. Run if you can. Какой же ты пидорас, бля! Просто убить в реальной жизни мало за это денай. Такой пидорский денай, прям по-пидорски поступил. Еще один денай, я ничего не мог сделать. У меня был выбор, или добить одного, или не добить вообще никого. Мыру педик, ти денай, блять. Обидно. Так умно ставить другой регион, когда при поиске игры он высвечивается. Ну это да, кстати. Логично. Я об этом даже не подумал ответить. Пока ничего не качаю. Я пока думаю еще качать. Найс там. Не, не коцает вышка, алло. Ты в курсе? Он думал, что у меня вышка будет коцать, но он не шарит. Я знал, что у меня вышка коцать не будет. Я точно знал. Потому что я шарю. А он думал, что будет вышка коцать. Пока стану 2 вкачал. Пойдет. Стан есть? Жаль. Думаю, ману проебать умно. Я не понимаю, она ее будет выжигать, поэтому я лучше проебу ее. То есть, чтобы он мне не наносил урона, когда будет выжигать, и чтобы я не терял ману. Так я ее не потеряю. И урона не получу. Больше, чем на 2 стан я вряд ли буду качать. 2 хватит. Ну, в смысле, в начале игры. Потом, конечно, буду. Я плюсы не качаю никогда. Плюсы качать быть дауном, мое мнение. Плюсы качаю дауны. Не успею. Бля, этого крипа было добить почти невозможно. Как можно на огре почти умирать от, блядь, ебаного наруба? А, как мы проебали. Жесть. Молодец. Не, просто в ахуе. Чел на огре с 8 брони умирает. Ну, серьезно? В этой игре буду соуринг собирать. Мне надо желательно его принести прямо сейчас. Это игра для соурингов. Хороший итем на Свене, иногда надо собирать. Иногда must have.
Бля, как... Блять. Я уже хуже играю после нескольких игр. Ошибки, блять, такие детские. Просто проебал крипа. Жесть. Сейчас бы курицу не апгрейдить. В 2076. Так, у меня есть соуринг, все, мне на него поебать. Дальше доминатор, наверное, без ПТ. Побыстрее крипапсить на стаке. 18 лет, папа. Спасибо за марафон на совершеннолетие. Рафлин ебала. Я думаю, многим было бы интересно посмотреть пару каток с тобой на УММР. 1000-2500 годы ММР самое то. Был бы годный юморный контентич. Если надо, работяги скинуть бабло на это. Кто заставьте плюс-плюс в чат. Алло, я стримил лоу приорити много раз, это то же самое. Лоу приорити это и есть 2К ММР 2500. Приветик, сладкий. За сколько бы ты откалибровал мою попку? Алёша, 16 лет, чмоки-чмоки. Так, я качаю на тройку сплэш. Без ускорения буду играть пока. У меня братрум бежит или что? А, я умер, да. Я закупился. А, блядь. Я потерял деньги, anyway. Ну это плохо, то, что я умер, anyway, потерял деньги, я потерял время. Это очень плохо. Ебаного наруба аркана уже. Ну, по идее, пока, ну, пока еще не страшно. Это смерть одна. Я могу еще вырулить. Это плохой санстрайк. Ай, бля. Надо было сразу танки дать, чтобы санстрайк попал. Так он не застанил? А. Он же застанил, да, он написал, он должен был сохранить стан. Ну да, в принципе. Сохранить стан было бы лучше. У меня мало хп, я могу снова на рубу нафидить, мне нужна маска. Смерти прям срочно. Я не могу на лайн выйти, потому что на меня баратрум побежит. Если я на лайн попаду. Блять, вот эта вот анигма теперь мне игру портит. Я должен фармить лес. Нет выбора. Привет, папаня. Чем планируешь заняться в отпуск? Хочешь, какой отпуск? Я перееду. Что, блять? Что? Еще ничего не понимаю. А че, морф рефармит или не? Блять, мне Нигма мешает играть. Мне нужен лес, потому что я не могу фармить на лайне. Мне Нигма игру портит. Я сейчас снова сдохну здесь. Это будет не моя вина. Я не могу фармить лайн, а Нигма присутствует, это Иван и Гимруин. Мы его не убьем. Я кинул стан в крипов, потому что, ну, не было смысла кидать в него anyway. Или он бы здесь остался, не успел бы прожать, или бы он отошел и прожал бы anyway шипы, и я бы получил урон от стана. Я не промахнулся, если чё, блять. Кто скажет, что я мискликнул, тот, блять, не шарит. Я не мискликал. У меня баратур может бежать в любой момент, я не знаю, сложно очень. Энигма игру портит, я не имею фарма из-за Энигмы, она мне игру руинит. Зачем мне бутылка маны, когда я... Oh.
Ой, бля, я теряю очень много фарма, я просто, ну, я миллион фарма уже проебал. А я ничего не могу сделать, потому что ебаная Энигма в лесу сидела, и что я сделаю? Нихуя. До сих пор без доминатора. Ну вот, видите, меня бы так же само убили на лайне. Баный Энигма пикер, сука, в лес пикнул говно ебаное. Теперь игра руинится. Вот из-за Энигмы проигрываем, проигрываем из-за Энигмы. Ну, если будем проигрывать, пока инвокер тащит в соло. Инвокера 4-0-4, он все фраги соло сделал. Охуеть. Нету крипа, блять! Я не могу с Энигмой этой ебаной играть, я без фарма играю всю игру с этой Энигмы. Инвокера убили, вот и камбэк для врагов. А, пизда. По крайней мере, Морф тоже умирал. Хоть что-то положительное. Баратрум мертв, я, может быть, заберу вышку. Наруб тоже мертв. Некому дефть. Оп! Камбэкичи. Да хорошо. Я пока даже ТП не буду держать, я не готов. Порталец куда-то, нет смысла, у меня мало фарма. Я АФК фарм. Your middle tower is under attack. Мне негде фармить, блять, Энигма мне игру ебаную рунит, но это пиздец. Я не могу ни на лайн пойти пофармить, ни в лес. Бля, как же она игру портит, она просто убивает эту игру. Она просто в соло рунит. Я куплю ТВ все-таки. Может пригодиться. Пизда, блять. Ну, Энигма хуесос. Очень тяжелая игра для меня, потому что я не могу фармить. Я не могу никак пофармить. Я проебал крипов от вот. А, тут стакнули, окей, без меня. Ну я думаю, я вырулю anyway, но... Энигма мне просто игру руинит, я заебался ныть уже. Вот это пиздец, когда она сидит в лесу, я просто хочу, сука, переебать, блядь, просто дебилу этому ебаному. Ну просто, как я должен, блядь, с Веном играть, когда дебил в лесу фармит? Свен рассчитывает на фарм лесов. Это просто пиздец. Я соуринг купил, я его даже не юзаю. Я не могу соуринг заюзать, потому что я в лесу не могу, блядь, фармить. Это ебаная пизда. На, блядь! Я опять не успел отвести. У меня файт был. Отведись, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Баунти. Ну, сука, не добил крипа. Блядь, и тут не отвел. Ну пизда ебаная, нихуя не получается! Сука, блядь, пизда! Там не отвелось, тут нихуя не получилось, нигде ничего не получилось. В итоге все в говне.
Надо самому отвезти и зафармить прямо ща. Ёбаный пиздец. Все не получается, все плохо. Если тут вар поставили, я просто сгорю нахуй. Просто жопа сгорит. Просто жопа сейчас нахуй сгорит, чувствую. Минус жопа, минус жопа, минус жопа. Минус жопа. Пизда, я сгорел. Что, бля. Это пиздец. Ёбаные уроды, вард поставили. Сложно. Может, даггер дофармлю? Не, пока мол не нужен. Не, это ошибка, это ошибка, это ошибка, это ошибка. На мом срочно. Куда нахуй даггер? Сначала мом. Я не могу фармить, это ебаная нигма мне просто игру рунит. Сука, горит! Ну просто жопа горит, ну пиздец. Нима заебала. А, я умер, найс. И мы проебали, найс. Нет, мы живы. Иси. Your top tower has fallen. Very well. Блять, меня не вай, жопа горит. Негде фармить. Невозможно играть. Right. Инвокер сдох. Банная энигма, блять. Все из этого пидораса! Все из этого одного пидораса. Просто руинит игру 24 на 7. Сука, чтоб ты сдох. Ну да, у меня мало. Как же это Нима мне игру испортила, она просто заруинила мне в ноль игру. Ура, вард пропал. Ну ты заебал! Ну ты за раз! Я не могу так играть в доту, блядь. Где фар, блядь, брать, пидорас вонючий, фармит на своей нигме юзлесной. Ну где, как играть-то? Нихуя нет, тут тоже зафармили, все, блядь, зафармлено. Куда не пойду, везде все зафармили. Ну суки, гондоны, гниды. Не, мое изи все. Просто фрирошан, ну вы долбоебы юзлесные, что вы вообще в игре делаете? Какие же вы хуесосы поганые, бля. Что вы в игре делаете, ебаные пидоры? Вы вообще играете в эту игру или нет? Какие же дауны, блядь, а Никма ничего не делает. Не! Сука! На! The reward of discipline. А тут нам выносят нахуй. И у него уже зеленый посох. Это пиздец, это нечестная игра. Your bottom tower is under attack. Of course. Forward. Better yet. User. Good enough. Ну да, да, он офигел Нипа. Конченые, бля, какие же конченые, бля. Все, мы проиграли.
19 уровень. А, да, мы проиграли точно. Окей. Это было не выиграть. Энигма зарунила в соло. Ник директор пикает Энигму, руни в соло. ГГ. Да, он соло проебал. Этот чел в соло игру слил. В соло. Он ничего не сделал, кроме стила моего фарма, я ничего не могу сделать в итоге. Суки. Сучара. Да пошел ты нахуй! На! Кнесса Блэкхол, блядь. Чинвокер уже 4 раза умер, это ГГ. Я не могу так выиграть. Нас уничтожают со всех сторон. У Мипа слишком много итемов. Это ГГ, у него 19 уровень, алло. Тут 10 уровень у дебила. Да. Ну я типа вырулил немножко, но теперь у меня команда вся в дерьме. У меня 3-1-4. У меня типа есть шмотки, но... Ну почти есть. Но... Теперь там проблема будет. Морф, Мипа, и что я сделаю? Где я БКБ должен взять? Успеть. Если Нима забрала весь фарм. А это пиздец, я еще должен вычислять крипов стоять, потому что... Как фармить? Да. Мипа могу соло забрать. У него до сих пор есть Аигис? Что? До сих пор Аигис? Киева юзлес дауна, ебать. Ну и команда. На эскорице. Мипа фул фрифарм всю игру. Найс, найс мид, походу. Ла, мы проебали, походу. Это конец. Энигма в соло игру проебала. В соло Энигма игру слила. Ничего не сделала. Один раз Black Hole за 22 минуты. Этого недостаточно для победы. Сори. А, здесь враги. Найс рофлы. Я даже не знал. Куда я спорталился? Короче, минус мораль. Все, я минус мораль. Бля, у меня минус мораль. Бля, мне эта игра вообще не идет, это вообще пиздец. Меня Энигма заруинила нахуй. Да, мы не выиграем, это нечестная игра. Нихуя не идет. Сука, ну блять. Ну ебаная Энигма, ну блять, ну у него слишком много итемов уже, у меня нету до сих пор БКБ. Я не могу его дофармить. Вонючая, тут всю игру зарунил, ну супер пидорас, ну просто уничтожил мою игру. Ну просто зарунил, ну блять, ну просто геймруйнер, ну блять, играть уже не хочется. Он же зарунил эту игру, просто в соло разъебал игру Энигма. Просто ебаный аутист. Сука, я его зарепорчу, это пиздец, он просто игру в соло проебал. Я не могу с Веном играть, когда у меня леса нету. Почему не мог фармить вражеский лес или атаковать врагов где-то здесь фармить? Почему не пойти прессинговать морфа на Энигме в ихний лес? Я не понимаю, короче. Я еще только что ошибся, потерял фарм. Найс рофлы. И опять, блядь, нету фарма, опять все фармит, я не могу просто БКБ собрать, это нереально. Я должен всю игру, блядь, ныть, потому что я не могу, блядь, нету леса. А, блядь, один крип в лесу, как играть? Это не игра, это ГГ. Я постоянно отстаю по фарму, я не могу дофармить БКБ, потому что это вообще невозможно, по сути. Ну, меня Братрум в любой момент побежит, если я пойду на лайн. Ну, вот и Братрум. Я в любой момент умираю от Мипа. Он здесь, окей. Ну, короче, я не могу играть. Я не вижу фарма нигде на карте. Это не игра, нахуй. Зря я новую статанул. Очень сложная игра.
Ну где, блять, фарм взять? Yes. Просто бегаю, как даун, ноль фарма, ноль. Сейчас придется соуринг продать, yeah, чтобы купить БКБ. Какой же пиздец. Какая худшая игра. Yes. И морфа куча итема, у меня нихуя нет, я не могу ничего сделать. Почему он бежит на меня? Ну это какой-то ебаный пиздец. Ну почему ты ничего не делаешь, блядь? Да сдохни, тварь, сдохни, на! Окей, у меня есть арканы, можно пожертвовать соурингом. У морфа ЭБ уже 5 минут. Здравствуй. Здравствуй, челик. Nice инфа. Сосать! Сосать! Надоед. Он дверь. Да. Вот и фарм подъехал. Оп. Выруливаем. Ну, 26 минут уже что-то есть. Как для хуевого старта. Я видел на руба. Здорово. Коинк! Коинкич! Коинк! Так, теперь у нас будет сплитить морф, пока да, у него очень много фарма, ебать. Ну как очень много? Ну много. Скажем так. Ну нахуй ты делаешь торнадо? Ну какой же ты пидорас! Ладно, неважно. Похуй на твое торнадо. Нас сплитят с двух сторон. Чем мы будем делать по поводу сплита? Вы можете этого мипа разбивать втроем, ребята? Изи. Надо морфа дафть. Я глиф прожму, я им дам вышку домашнюю. Пошел нахуй. Не хочу ему давать урон по вышке. Это плохая идея. Нет смысла в этом. И чё? Да мне поебать на тебя. Коинк! И что в этой игре? Хекс собирать против Линки? Я на хекс соберу на своей. Скорее всего соберу, да. А может лучше собрать вот это вот? Бладторн. Да, я Бладторн хуярю с Кристаллиса. Я не Буризу делаю, я делаю Бладторн. Точно. Вместо Хекса. Не надо Линку сбивать. И будет мана. И появится шанс. Когда я смогу с Бладторном хуярить морфа. Хотя он может сбить мантой, но это такое. Мне не надо Бладторн. Тут без вариантов. В этой игре нужен Бладторн.
I'm sure of it. Good enough. Че, ну, нормально все. Если бы еще Рошан не башил меня 24-7, может, потанкуешь, долбоеб? Помощь, блядь! Это пизда, найс помощь. Чтобы сдохли дауны конченые, ебаные. Я знал, что он врывается на БКБ прожимать, я не успел, я не знал, что у него хекс. Если бы я знал, что хекс, его прожал бы сразу, но я не знал. Пидорасы, блядь. Какие же дауны, сразу бы делали ТП сюда. Ой, бля. Ой, бля. Бля, как же хуёво вышло. Я не знал, что там хекс, откуда я должен был знать, никто не сказал. Я не знал, блядь, что там хекс, сука, ну я не знал! Ну никто, блядь, не сказал, ну откуда я должен знать? Я вижу ебаную сетку, как я должен знать, что я должен БКБ поражать? Откуда я должен знать, что БКБ надо поражать? Откуда, блядь? Я видел столько сетку, я не видел вообще хекса. Блядь, ну почему такая игра тяжелая? Просто пиздец! Блядь! Ну ты заебал, пидорас гнойный! И никто не дефает. А я все, я, блядь, не могу играть. Какой же ты гнойный пидорас. Сдохни, тварь, сдохни. На! Здорово. Виталий Щет наконец узнает, что такое штудель. Ты уже 5 месяцев назад слышал это. И да, когда я узнал, что ты готов пересесть на саппортов за донат, я сел на коня и уехал. Я такого не говорил, блядь, что ты несешь? Здорово. Какой нахуй саппортов за донат? Иди нахуй. Узнать, что такое штудель? Играем мы штрудель, сука. Что ты несешь, блядь? Каких саппортов за донат? Что ты, блядь, несешь? Сука, какая конченая игра, блядь? Какие у меня пидорасы в команде? Почему инвокер не дефает базу ебаную? Ну что ты такой пидорас, блядь? Ну почему ты такой пидорас? У тебя же тревелайз, почему ты даешь мипа базу? Почему все бегут в одну точку, никто базу не дефает? Что вас перекосило нахуй всех? Блядь, мне сейчас столько золота надо, это пиздец этот. Меня оторвало после этого взять. В этой игре уже без тревел никак, поэтому по-любому это хуйня must have, потому что нужно от экспит на тревела. Ёбаный свет. I'll do it. Как все сложно. Они его не добили, спириты? Ты что, долбоёб на инвокере? Блядь, почему он сюда блинкнулся? Блядь, я хочу, сука, я не могу эту игру продолжать. Ой, пиздец, по КД какие-то неприятности, это просто невозможная игра. Мне нужны тревела и Блаторн прямо сейчас, вот прямо сейчас, я не могу ждать. У меня нету нихуя. Какая тупорылая игра, блядь. Как же я ненавижу Энигму. Тут Неруб может в лесу ходить, меня убьет и изи вообще. Если у Мипа грешная травла, я просто сдохну. Спортарился на Неруба, блядь. Меня ебанул, и все, изи, нахуй ГГ. Байбека не будет. Он просто меня атакует, станет, и Мипа порталится на него, и все. И минус игра.
А Мипа Изи купит вторые тревела, я уверен, скоро уже. Если еще не купил. Где, блять, фармить? Что за ебаная игра? Где фармить, блять? Сын шлюхи! Зарывалка где же, блин? Надо тревела теперь, отлично. Мипа мне дал фарм. Very nice. А что, может быть very nice? Или только very nice бывает? Yes. Very nice. Немножко опасно так бежать. Run if you can. Attack. Не дает. I can be no less. Yes, no. Very well. Die. На, оторвала. Пизду байбек. Good idea. Right. Так, ну окей. Agreed. My code compels me. Че дальше? Наверное, Кирас. Медоед. Кирасу или нет, я не знаю. Сложно понять. Может быть и линку? Против мипа линка. Не, ну линка уже это плохая идея. ДПСа будет мало. Может быть сатаник? Этого долбоеба надо забрать. Сосать от чела! Уебище! Разъебаны! Медоед! На самом деле мы можем одним пушем вынести базу в будущем. Геймруйнер, извините. Попробую в игры. Yes. Ну геймруйнер, ну вы видели все сами. Просто геймруйнер. Просто пидорас. Хуёвый человек. Марфа, изи убить? Нет. Блэкхол жму, блять. Тупой даун, блять. Просто, просто сын дерьма ебаного, разъебанного. На Рубен Визу шел, прикольно. Nice info. Там на Рубен Визе. А, окей, на Руб здесь? Странно, а что я слышал? Там звук инвиза был или что? Мне нужна помощь здесь, почему сейчас никто не помогает? Вот я бегу к Рошану. Помойку, пидорасина! Че мы делаем, нас вынесет Мипа? Эх. Your bottom barracks are under attack. Окей, иду к Мипу. Yes. Agreed.
Нахуй пошел с жизни! Медоед! Почему он бараки бьет? А, опять шел ты нахуй. Клиф никто не прожал. Вот это... Бля, это пиздец, это игра. Какие же ебаные дауны. Какие же мои союзники ебаные дауны. Я в таком ахуе. Что, мне еще хекс собирать? Я могу собрать кирасу, хекс еще. Как вариант. Но урона будет мало. Я все-таки станик соберу. Станик я обессал, наверное. Сатаник обессал нормально. Хил нету, прикольно. А, мне МКБ надо, окей, понял. Мне надо МКБ и сатаник. Бахуя. Сказал я. Да хули вы такие дауны, блядь? Ну почему все такие дауны? Ну блядь, я так не могу. Команда дауны, это нечестно. Ага, баратрум пробежал, проверяй. А, ясно. Ну, дайте ударить. Найс, рандом. Баратрум не дает ударить. Ёбаная игра. Короче, как команда даунов. Это было не выиграть, команда дебилов. Какой же Энигмаху Исос? Я виню Энигму на 80%, на 20% остальных дебилов. Ну я хорошо играл, в принципе. Учитывая, что у меня не было фарма, 11-4-10, и я не вей нафармил. Типа, ну, это вообще пиздец. И же ебаные дауны. Почему мипа так много? Почему у мипа было 19 уровень, когда у них мы 10? Зачем мы играем, если у нас мега-крипы? Ебаные дауны отдали здесь мире барак. Рейндж барак отдали мипа. Ебаный инвокер не дефает с тревелами. Это просто пиздец. Если бы он не отдал рейндж барак, тогда мипа. Мы бы могли выиграть. Какой же ты хуесос, инвокер. Какой же он хуесос. Ну, я виню Энигму на 8%. Просто она меня оставила без фаст-старта. Если бы я имел лес, я бы эту игру просто разъебал в ноль. Но я не мог иметь лес. Я получил фарм попозже. Вот только сейчас у меня появился какой-то фарм. Только сейчас. Ну как, не только сейчас. Когда я получил Bloodthorn. Когда я получил Bloodthorn, у меня, считай, ну, был уже хороший фарм. А, ну, к этому моменту уже начали нас пушить, блять. Мипа был 19 уровень, а у них бы 10. Это Энигма просто ебаный хуесос, useless. Я его максимально виню, он просто игру в соло проебал. Ебаный даун.
Просто в соло проебал. Чтоб он сдох, сука. Изерпорт. Изерпорт, которого у меня нету, кайф. Максимальная ненависть к этому долбоебу. Хех, здорово, худшее в мире. Хватит ныть, что у тебя руинеры, если ты сам донная ошибка на ошибке. Иди нахуй, это пиздёж. Надеюсь, пошёл мод подкалибрует твою попку за 25 ммр. Пошёл нахуй, долбоёб. Фул пиздёж. Я с максимально хуёвым стартом нафармил и имею счёт 11-4-10. Ты такой хуесосный пиздобол, что просто иди нахуй. У меня максимально хуёвый старт был, мне не давали фармить лес, я вообще не фармил. У меня 11-4-10 и есть фарм, anyway, в итоге. Так что пошёл нахуй, долбоёб. Из-за тебя я умер, кстати, не из-за себя. Сейчас мусорный долбоёб спизданёт, что я ошибся, когда он меня отвлёк донатом. Добрый початок! Ну, даже похуй, это ничего не решает, но мы проиграли. Но факт в том, что у меня опять мусорный какой-то даун отвлекает донатом, и я умираю из-за этого. Заебали. Ага, да, он, бабушка помогает, проверяй. Просто аэропорт и Нигме нужен. В жизни желательно тоже. Я лучше него сыграл намного. 8-3-3, когда выигрывает. У меня супер хуёвый старт против фрифарма 12-5-11. И лучше слоты, при том, что я проиграл. Я лучше сыграл намного. Я сыграл намного лучше, лол, прям намного лучше. У меня 25к нетворс. Всё есть, всё охуенно. При том, что у меня было 0. Бля, как же я хочу, чтобы у меня был репорт. И как же я хочу его в жизни зарепортить. Просто, блядь, чтобы его нахуй убили. Какой же ебаный пидорас. Просто ненависть к Нигме. Проебал эту игру. Блядь, какой же ты хуесос. Просто какой же ты хуесос. Просто какой же ты хуесос. Какой же он хуесос. Все, какой же он хуесос. Просто чтобы он сдох. Всем пока, минус мораль. Долбоёб на них мисли в игру. Чтобы он сдох. Долбоёб на них мне просто... Каждую секунду игры меня бесил. Настолько меня бесил, что просто не передать словами. Я виню Энигму на 80%, на 85% даже. 5% отдам инвокеру, огру и еще одному дауну. Себя ни капельки не виню. Для моих условий, когда я вообще не имел ебаного фарма, когда ебаный даун на Энигме забрал лес... У меня было все хорошо для таких условий. Энигма ебаная в соло слила игру. Всем пока.